Чпоинг. Чпоинг. Вау. Я тоже чпоинг. Ты тоже чпоинг. Чпоинковед. Где наш третий вед? Бежит. Дерфас, я хочу высказать тебе неудовольствие. Замечательно. Делай мне замечания, когда начинаю тараторить, потому что тараторишь? В последних видосах по драйверу я очень много тараторил. Что значит тараторишь? Вот так, очень быстро говорю. Ну и хорошо. Плохо. Надо очень быстро говорить, тогда мы будем все проходить. Ты что, забыл? А черт. Ну в Мегамэе это не прокатывало, там надо очень громко орать, чтобы проходилось. На кого? На Мегамэна? На монитор. Ну и на Мегамэна тоже, если он слышит. Где бы ты ни был, о Мегамэн. На Чанарда будем орать за то, что он заставил нас начинать проходить Мегамэнов. Я предложу другой вариант, ты что-то не захотел. Бандикутов, что ли? Да. А как же Мегамэн? Ну потом. Я вот подумал, я посмотрел, я загрузил... Потом, через год. Да, я загрузил лосось драйвера 2 весь. Смотрю на него, смотрю на эти 70 там сколько габайт несчастных, думаю... Чё-то я не хочу его резать. Вошёл он в жопу. Первый видео вообще какие-то глючные. Потом я там тараторю. Щепоч много кашляет. Какая гадость. Хватит нарезки Дерфаса и всё. Вот. Считаю, лучшие моменты готовы. Скачиваешь нарезки Дерфаса, собираешь в одну и загружаешь. Да. А нет, 37 габайт. Чем скачивал тогда? А? Зачем скачивал? Я еще был не уверен в своих чувствах. Я уверился в них после. Не оптимально ты уверился в них. Да. Ну что, у меня 37 гигабайт драйвера 2, но при этом 125 гигабайт прохождения Suikoden 4. Правильно. А как даже? Боль и мучение, блин, потом это резать. Меня Вегас умрет это загружать в себя. Вегас умрет. Переходи на виды, Мукс. У меня сложные проекты для него. А, да. Пятисвоёные. Так, Дерфас 13 ведет прямую трансляцию. 7H Online начинает с 3. С 3. Ну чё, бандикуты или Щепыч? Может, Щепыч не в курсе, что мы здесь, а? Так, у меня на работе праздники не бывает. Это не то, Щепыч! Мне кажется, в Бандикуте слишком длинные уровни. Хотя, если сравнивать с тем же Мегамэном. Или с тем же драйвером. Ну, драйвер, что там? Проехал 3 минуты, все, уже мертвый. Проехал полминуты, уже все, ну, мертвый. Да. Какая там была миссия? Destiny. А, с этим Ганнером. Ты начал играть, уже умер, можно сказать. Ты еще не начал эту миссию проходить, ты уже мертв. Почему у меня не грузится картинка Щепыча? Щепыч лес. Глючный дискорд. Наверное, опять старая версия только стоит. Не обновляешь? Нет, он сам обновляется. Куда его девать-то? Я думаю, ты отрубил автообновление ему, чтобы не командовал он твоим компьютером. Вай! Он сейчас такой. Чего это он такой? Пи. Кажется, нас послали. Сами мы такие и сякие. Все очень... пощепочевато. Где Один? Можно было бы его назвать на Мегамэна. Бандикутов я не могу пройти, у меня не скачан бандикут. Да. Придампи-то. Да. А разве у тебя уже не полный архив всего интернета? Я только не... Я тут качал, блин, Good SNES с архиворга. Господи, 6 часов этот крохотный архив качался. Почему с архиворга так все медленно у меня?
Где-то нашел Good SNES на архиворге. Good SNES архиворг. Ну, прямо вот так вот и нашел. Прямым поиском. Я считай. Скачал с этого. С фич. С какого там этот? О, господи, поназапускал. А какая у тебя там версия получилась этого Good SNES? А, 3.18, кажется. Потому что мне последнее было 2.04, я понял, что надо ее обновить уже. Я скачал 3.27. Сейчас скажу. Ой, Гуснес написал. Гухснес. Написано Missing 3.27 у меня, да. Missing 22 из 24508. А тут даже написано, что Air Acrobat 2 UF1 Mist почему-то. И зачем он сдался вам? F1. Где ж ты нашел на архиворге-то что-то я не... Так, гуглом. Прямо вот так вот, да? Good SNES архиворг. Org Good SNES. Угу. Чудно. Странно, что они его это... не показывают в общем списке. Ой, блин, а чё он там весь... Но показывает при этом Гуглу. Тут версии нет, что ли? А, нет. Я спросил у Гугла. Боже, мне что опять получается, все будут эти... перехаканные ромы пихать в Good SNES. Good SNES 3.27. Что они с заново англификаторы искать. Февраля 18 года так и не нашли эти 22 несчастные игры. А здесь в основном я говорю уже бьески. Ты куда они их вообще выкопали, что они такие есть? Бьес? Могли в журнале найти каком-нибудь просто японском упоминание. Я имею в виду вообще, вот, что это? Dragon Quest 6, Мабороши Нудайчи, джапанский какой-то Т4-0-92ГБ. Что это вообще такое? Я даже не могу это расшифровать, блин. Гудсет. Это вот ГБ ставил ROM квест, похоже на название команды. А ТЧ это, ну типа, Translate Chinese, версия 0.92. Довольно много, кстати, японских этих жерпугух выходило в Китае. Иногда даже официально. И наоборот. What? Почему у этого пользователя есть архив каких-то аппликейшенов Докомо. Докомо? Это хорошо. Хочу посмотреть, может там все есть, оказывается. То, что все ищут. Хотя мало вероятно. Так, ну, Докомо это, наверное, что-то поновее имеется в виду уже. Что-то какая-то фигня вообще там. Архив в этом. Еще лучше. Да, что-то долго этот full set у меня разархивируется. Пошел он, значит, нафиг. А то полчаса ждать сейчас буду. Я вообще не понимаю, чего находится в этом архиве у них. В Докомо в этом. Какая-то хрень. Те щепоч! Давай его. Мой призыв привел к тому... к тому. У меня несчастливый призыв. Сегодня. Буду писать обзор Suikoden 4. Когда ж ты успеешь сегодня писать его? М? Кажется, собрался его сегодня писать-то. Еще немножечко перед сном, потом... Завтра, послезавтра. Душечка перед сном.
Уже 25 тысяч. Подожди, тут еще синглов. Есть non-goodsness. Ну, это, наверное, вообще полная помойка всего. И либо, наоборот, эти очищенные от помойки. Goodsness, non-goodsness. Подожди, а что такое non-goodsness-то в моих записях? Non-good. Карты же, которых нету good sets. Значит, там еще больше ромов? Что там за хрень? Причем map release update какой-то есть. Newsness. Как все сложно, блин. 290 мегабайт. Раньше был, знаешь, это зашел на MLN, скачал, все, счастлив. Тут теперь, блин, какие-то напридумывали. Ну как напридумывали? Просто MLN морально устарел. Ты какой-то, знаешь, это теперь как музыка в Лос-Лесе. Та же фигня, а весит больше. Где у меня фулсет-то? Что это за... Мне вот интересно, а есть ли эти, как они называются, геймбейс по Супер Нинтендо и по прочим? Там прикольно, там с обложками и прочего будой. Мне только по Коммодору этот геймбейс. Геймбейс. А, и по Амиге еще. Прям целое приложение, чтобы это выбирать любую игру, там послушать музычку из нее отдельно, посмотреть мануал. По людям-то делать нечего. Проект не то, что нам. Щепа что-то там совсем. Ты застрял. Что ж такое-то? Ну начинай уже, заводи шарманку-то. Я Firefox сломался. Что-то, а вот, заработало. Переносить. Я там качаю этот newsness. Интересно посмотреть, что такое за newsness. И за non-goodsness. Так посмотри внутри-то, что лежит. Фигня там всякая. Что посмотреть? Внутри архива-то посмотри, там же не обязательно его скачивать, чтобы посмотреть. Как? Что? Что? Сириус? А. Сириус. Живью контент. Где? На архиворге. Я понял, но у меня там это появляется зелененькая, синенькая плюмбочка. Скачать и все. Какой view контент? Ну вот ты зашел на non-goodsness, вот этот какой, я не знаю, апдейт 4.2.21, да? Так. Нашел show. All, нажал кнопку. Показать все то, что, да? Есть такая? А-а-а, вон оно где все. Спасибо. А ты что качаешь? Ну, архив качаю. Ой, view контент, наверное, долго будет думать. Так, не очень. Пока он додумается, что мне надо с ним сделать. Какой-то ты не архиворгный, я смотрю. Ну я хоть недавно открыл для себя этот сайт. Я там мангу нашел по Suikoden 3. Правда, не полностью все равно. Эх. Air Acrobat 2 USA Beta. Kumajo Dracula. Virtual Console Version. В общем, полный, похоже, фарш. Bahamut Lagoon. Japan Virtual Console. Бета. Switch Online версия. Ой-ё. Да, это полный хлам. Ну его, да? Не у вас лес какой-то. Да не, я как раз таки у вас лес, но это, знаешь, обскюр у вас лес. Вот даже есть тест SMC файл. Тест 2 SMC. Хорошее сохранение. Кто-то баловался просто с ассемблером на SNES, и это сохранили для потомков.
вообще не того совсем. Все, я пришел. Ура! Я что? Кошку завалял из-под кровати. Что ты с ней делал? Ну, они под кровать залезли, я их угонял. У тебя их еще и много, что ли? Ну, теперь еще и кот добавился. Ух, безумный кошатник. Друг для кошки, что ли? Ну, типа того, а то она все время играть просила. А тут теперь привыкнет с... когда, может быть, будет играть. Я говорю, в Мегамена-то мы хотели еще и Одина позвать. Да, я вас тоже... Эксперт. Спрашивал. Он вроде в этот хотел играть, как он там. X, Z. Иксы. Ну это потом. Сначала надо 7-й пройти. А сейчас-то он хочет в Бандикута играть. Не знаю. Это тот, который 4-я часть? Который первая? Типа по очереди? Страшная рыжая собака. The Game. Так же, как это. Ну не знаю, можно попробовать, но я не это. Не эксперт. Я бандикутов не играл. Да я тоже. Что ж вы такие не бандикутные-то? Я был в Спайра лагере в свое время. В детском. Спайра, кстати, я... Я только Кузю играл. Я Кузю тоже играл. Не прошу, у меня было... Пошлите Кузю. Которая типа... Короче, типа... Копия с телепередачи у меня была Кузя. И платформер Кузя. 3D-шный. Да, который хвостом всех стигал, как на том. Да. Вот мы только у него играли, но он был сложный. А их там две части было еще, кстати. Первая, которая вообще без музыки была какая-то грустная вообще, не вторая, которая прикольная. Чан, это вот твой Гуцнес... Кузя 3D и, видимо, Кузя 4D. Не совпадает с моим Гуцнесом. Что случилось? Я говорю, твой Гуцнес, который на Архиворге, он не совпадает с моим Гуцнесом. Тот, который на Архиворге, там вообще-то все в каше в одном архиве. А в моем архиве по папочкам, один архив на каждый архив. То есть в архиве куча еще архивов. И там, и там как бы нету такого количества. Какой-то странный, в общем, Гуцнес у тебя. А может его раскидали просто у тебя? То есть игра в разных регионах называлась по-разному и сделали две папки. Я ищу, допустим, Мегамен, где там этот... Например, у тебя там бабки есть Final Fantasy 3 и Final Fantasy 6. Есть такое. Только Мегамен у меня только один, по сути, американский. А Рокман? Рокман, нет, смотри. Я имею в виду, вот у тебя в твоем сете сколько Мегаменов американских? Сейчас скажу. Ему... В моем сете, который я скачал с Херворга, или который мой старый сет? У меня их два. Я вообще не вижу Мегамена там. Да, не утели. Так. Который я скачал. Так, ой, сейчас он отвиснет. Там нет Мегамена вообще. Мегамена. Так что, мы 7-й будем, наверное? Да, вон там я закинул ром, скачивайте. Ой-ё, да тут у меня гора Мегаменов. Я вообще ни одного не могу найти в этом просмотре. Я бы скриншот сделал, но я не могу просто с такое количество поместить в один экран. Масштаб уменьшай. Что-то очень странно вообще. Скажу. Но я забыл, где ты его закинул. Ром Думп? Ага. Это дерфасовский, да. Короче, 156 мегаменов у меня в архиве. Тьфу, я дурак. Я ж не... Я... Мере все понятно. Я ж не то сравниваю. Гуднес сравниваешь, что ли? Или Гудген? Нет, уже все правильно. Я сравниваю Гудсетс. Good sets, да, все, нет, все правильно. А, ну да, вот. И теперь все, я все додумался. Что-то у меня совсем мозги уже набекрень. Вот, Мегамен 7. И внутри этого Мегамена 7 у меня 39 версий. Нам нужна одна, наверное. У, знак восклицания. Нет. Да. Уса. Уса. У нас official. It's official. No intro. This game. Усак. Чан, как думаешь, стоит? У меня тут одна только. Причем SFC, SFC это разве? Ну оно работает. Что это называется? Не да, USA и SFC, это прям какой-то доисторический формат, если честно. Да, оно работает, Вася. Сейчас SMC используется. Я не может, знаю. Может это сейф у тебя? Это no сейф. Intro, не надо все. Я 1000 лет назад качал этот Chrono Trigger, он у меня тоже был. Chrono Trigger USA, SFC. Сейчас он просто называется U воского знака SMC. Это no intro.
А почему ты не хочешь интро смотреть? Ну, потому что говорят, что это лучше, чем Good Sets, наверное. Не знаю. Где тут? Я говорю, Чанер, думаешь, стоит мне сделать Integer Scaling для Мегамена? Зачем? Хочешь поэкспериментировать? Тогда нам нужна какая-нибудь рамочка на фон. Потому что ты ровно не посчитаешь себе 720 по вертикали. Зачем мне 720 по вертикали? Ну, иначе у тебя будет, не будет... Или ты будешь вообще рандомно сейчас стримить. Сколько он тебе даст, столько и будешь стримить. Типа того, не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Ну, наверное. Ну, ты сейчас сколько выдаешь на стрим? 1280 на 720. Да, наверное. Да, ну а кто-то у меня не 720 будет. Да. Но у тебя будет просто черное либо ничего, либо тебе обз, или какая же там, эксплют у тебя. Он просто дорастянет это, нет? Ты слишком глубоко думаешь. Не думай сейчас, не думай сейчас о стриме, думай сейчас о моем экране на мониторе. А, твой экран личный. Ну давай, integer scaling. Но я вот чую, что мне нужно еще отлучиться. Изгнать Poison из организма соответствующим способом. Вы там, если Мегамена начнете седьмого, начинайте с мена мужика, который мусорный, который колесами кидает. Ну мы сейчас там поэкспериментируем тогда сначала с интер скалингом. Да, у нас ты там изгоняешь кого-то еще. Дьявол своих. И бесов. Давай еще по чудачи. Изгони их всех. Так. Почему Мегамен 7 USA, а не Мегамен 5.1.1U? What? Ну ладно. Ну в смысле V, E, E. What? Какой VEE? Ну, у меня просто Мегамен 7 называется арабскими буквами, а ты мне прислал... Бля-бля-бля, римскими, а ты мне прислал арабскими. А я не знаю, почему так он называется в ноу интро. Ой, громко-то. Блин, на 2 поставлю, вроде не громко. Alt-Shift-1. Ну, Меднафин, он всегда тебе по умолчанию уже integer scaling дает. Да? А ты в настройках посмотри, там у тебя всегда ровное число. То есть scaling там 2, 3, 4, это вот во сколько раз ты увеличиваешь дефолтную картинку. То есть в ровное число всегда ты должен увеличить ее. Либо ты просто пишешь дробное число, ну там 2.5, тогда да, будет тебе уже не integer. А другое дело, что ты выводишь, конечно, на стрим, там тебе либо программа доводит до 720p, и тебе надо это исправить в программе, чтобы у тебя было все чисто пиксельное. Почему? Perfect Pixel. Sound Manaural. Manaural? Да, Aqua. Manaural. Они нормально не могли написать? Моно. А по-моему, на Урал это и правильно как раз, киамоно типа сокращёха. Да, блин, Один сказал, что нахуй, все, я спать. Действительно. Не, ну, выглядит оно, конечно, так, как будто оно уже, да, integer scaling сделано. Посмотрим, что там за настройки такие стоят в этом в SNES-е. Смотрим. Super Nintendo. Correct the aspect ratio. Не стоит. А почему он не стоит? Не, correct aspect ratio это потому, что разрешение Super Nintendo 9:8. А разрешение телевизоров обычных на то время 4:3. То есть, тебе эмулятор дает честную картинку, но не честную относительно телевизора, если ты понял, о чем я. Зачем мне честную относительно телевизора? Ну, чтобы тебе не было, ну, знаешь, как в Chrono Trigger, там земля показывается, она почему-то овальная, а не круглая. А это из-за Pixel Perfect'а. Integer Scaling. Так, подожди. Ну, она же так должна, она же, по идее, и так должна быть овальная. Ну, круглая она должна быть, ровно круглая. С чего вдруг-то? Она же не круглая. Потому что,
А? Она же не круглая. Земля? Да. Ну, по идее, должна быть круглая. Ну, ее рисовали круглой. Ну, она же не круглая. Ну, потому что такое разрешение консоль выдает. И оно дорастягивалось на телевизоре и получалось круглое. То есть там даже пиксель, как бы, подразумевается разработчиками не квадратный, а прямоугольный. Господи, как все сложно-то. Да. Ты запал... Это... Вот я вижу, вещь. Стоит scaling factor 3.3 у меня стоит. Хочешь сказать, это и есть integer scaling? По-моему, там да, он отдельно же. Три по горизонтали, три по вертикали, типа просто увеличивается три раза. Отдельно включается, нет? Где я тут, блин? Миднафиг. Ну ты можешь написать неровно 3, тогда будет integer. Неровно 3. Documentation, SNES. SNES ты где? Ты видел, что кажется, у Миднафина два разных SNES есть? Наверное, без SNES или что-то еще. Нет, у него, который он взял ядро, и который свой у него ядро еще есть. А че он взял-то, хоть интересно? У него знать. Хиган, Бизнес. Бизнес V0059. Вот он по умолчанию играется. А у него еще есть свое ядро, Фауст, которое. Угу. Бизнес там... хорошее. Но там что-то хреново. Оно более жрущее. То есть, например, если я запускаю у себя на телефоне Business, типа, с настройкой Good Quality по умолчанию, то у меня телефон просто умирает. Хотя при этом не самый днищенский аппарат-то. Так. Где у меня была эта инструкция про integer scaling? Вот он. Где здесь что-то было написано? Верфест нашел себе развлечение. Интегрит теперь всех. Вот. Нафин. Стрейч параметр. For example, for SNES. SNES stretch должно быть аспект int. Да. Это aspect квадратные int. Пиксели. Aspect int. А если fixed аспект, то у тебя картинка будет вытянута по горизонтали чуть больше. Nothing of EG. Это не то. Вот он. Ты не забывай, что у тебя еще Меднафи что-нибудь там свое поднастраивает. В своем понимании ни настроит. Нихрена, у меня с NES Stretch написано Aspect Mult 2. Aspect Mult 2. Это Aspect Preserve плюс Integer Multiple of 2xscal. Чем он отличается? Да просто такой алгоритм. Берешь, умножаешь все стороны на 2. Так... То есть это не то? В принципе, не то. Потому что я не знаю, что Меднафе настраивает, подразумевая под вот этими вот 3.0.3.0. Или сколько там у тебя это стоит. Просто размер окна, который он увеличивает, и все. Ну, видимо, не просто, потому что он увеличивает и содержимое этого окна. Ну, растягивает как может. Вот тут stretch to fill screen, вот он аспект мульт. Кстати, ты меня сейчас заставил задуматься, потому что у меня PlayStation никогда не получалось настроить Midnight Integer. Вон, тут вот на вкладке фильтры там это, stretch to fill screen. Вот это стоит не то. Аспект мульт 2 стоит. Это в Midnight, да? В GUI. Да, еще тут еще должно SNES Correct Aspect стоять. Один. А у меня ноль. Ты уверен, что надо коррект ставить аспект? Ну, в инструкции стоит так. Подожди, потому что коррект аспект это немножко другое обычно подразумевается. Так я тоже посмотрю. Открой инструкцию, которую выкладывал там. Там вот прям для SNES-а пример стоит. Так. To enable странно. Integer scaling in the Midnafing FF, set the stretch parameter for the emulated system to aspect int value, to enable aspect ratio correction set correct aspect to 1, to prevent blur, make sure that video IP is set to 0. SNES video IP. У меня вообще scaling factor 4.4 стоит. Шо? В оконном. Вот это стоит все правильно. У меня только одно правильно стоит, которое блюр не делает. Билинейная интерполяция это? Или ты про другое? Там еще билинейка есть. Нет, называется SNES Video IP.
prevent blur должно стоять 0 по умолчанию. Ну как, по умолчанию что тут стоит? Да, по умолчанию, видишь, у него в Минафине аспект мульт 2 стоит. Ну давай посмотрим, что будет, если мы поставим аспект. А, кстати, а без разницы, аспекты int и mul 2. Да? Проверил, что ли, уже? Ну да, но я вот не помню эту настройку, потому что mul 2, это кажется, уже подразумевает двойное увеличение. И что ты там увеличиваешь потом, это другое, наверное. Сейчас посмотрим, поставим scaling 3 на 3, как у тебя. Я переставил аспект int. Нет, тоже integer чисто идет. Пускай. Да. Вообще без багов. Лагов. Всрачий. Что оно не пропускает с заставки, нифига. А ты ё нажми. Кое ё. На клавиатуре. Ускорение ты имеешь в виду? Ну да. А у меня думаешь ё? Еще бы оно не пропускало, у меня окно не активно было. Каким-то макаром. Ну да, что-то я не вижу особой разницы на самом деле. Я тролль. Ты тролль? Труй. Ай! Вот, я сумму резко вставал, пояс он изгнал. Можно проходить Магомана. Ща, объясни мне, чем отличается аспект int от аспект мульт 2? Неизвестно. Не пытайся это понять. А, о, видишь, ну я знаю. Это full screen stretch same as aspect нет, int, but round down to 2, to the nearest multiple of 2. А, точно. Это может быть только для full экрана. Либо он стретчит до конца краев экрана, либо насколько он бы посчитал почетным. Так в итоге нам нужен коррект аспект или не нужен коррект аспект? Нет. Давайте играть как всегда. Тебе нужны коррект аспекты в этом? В explicit, если ты хочешь, чтобы это выводилось тоже красиво. Вот оно надо, но тебе я не знаю. Потому что в OBS там просто есть кнопочка, типа, синхронизировать случайный поток. Не думай сейчас об explicit. Я спрашиваю просто. Correct aspect. Получается, он, если стоит, это значит, он будет выводить криво для телевизора. Да. Правильно я тебя понял? А если не стоит, он будет выводить, как оно по факту есть. Да. Значит, не нужно, чтобы стоял. Логика железная, да? Да. Что-то так вздохнул, тяжело. Тоже стало интересно, правильно ли я это понял. Не, обычно просто называют 4 на 3 аспект. Почему он коррект аспект? Вынос мозга. Давайте как всегда. Да понятно, да. Что как всегда. Сейчас я сам себе сломаю эмуляцию, подождите. Вот все хорошо было. Нет, сейчас Дерфас тут, понимаешь, это начитался всякой хрени, да? Так, где тут у нас получается? Афем. Systems Super Nintendo. Correct аспект не стоит. Фильтры аспект. Ну тут написано, вот аспект int это сохранение соотношения плюс integer scale. Позволяет увеличивать на весь экран, но до тех пор, пока попадает в четное количество строк. Аспект multi 2 это аспект preserve плюс integer multiplier. На 2, в общем. То есть он просто умножает на 2 сразу тебе. Ну как скейлинг 2.0, наверное. Ну да, типа того. Как фильтр идет просто. Короче, ни черта не понятно. Ну и не стоит разбираться. Да. О май! Так, это все правильно. Надо проверить теперь после всех этих, блин, тут
Ковыряни, чтобы все правильно было опять. Дэрс, вас иди домой. Сейчас еще осталось проверить, где там этот корректос. Коррект. Коррект. Я не буду как дно играть с Xbox-ского. Я как дно буду играть с клавиатуры. Все правильно стоит. Это все правильно. Так, запускаем. В году 20 ХХ АД. Т-сервер. А какой сервер? ГС имвент. Нет. 40. Она уже готова? Ты нас к себе больше не пускаешь. 10. Нифига себе. А, F10 это же ресет. А я думаю, что у меня игра зависла. In the year 20XXAD. Какой длинный год. В аду. The world cheered Mega Man. When... What? What? Key capture and imprisoned. Почему шрифт, главное, такой мутный-то все равно? Нормально, на SNES он почти везде такой. Ну, а же... он сделан уже под кинескоп, мы же не забывай, интегер... старое говно. Мы же Integer Scaling, у нас должно быть все четко. Дерпас, ты пропустил субабут! Бат. Двумя ты. Бат. Бат. Доктор Алис... Алис Кнью. His scams might end in... Чего они так переносы делают? Главное, один писал, теперь 2 через 2 работаю, свобода, свободная, а то с таким графиком я уже не буду. Such an occasion. Чанарт, напомни нам сюжет первых 6 мегаманов быстренько. Мы побеждали доктора Вилли 6 раз. Да, доктора Вилли 6 раз, и на 6 раз наконец-то мы его поймали за жопу и отправили в тюрьму. А почему только 4 робота? Может, не успел, либо уже старый паду делать больше. By Dr. Willy, they activate end. Такие у них клиффхангеры прям. Это что, такие здоровые роботов он нафигачил, что ли? А как они поместились в этих маленьких саркофагах лабораторных? Опс. Меня почему-то затормозил эмульгатор. Странно. Оу май. Нас обнаружили. Мегамен. Мегамен. 1-1. Кто там рулит-то? Стерео? Паспорт? Конечно. Нет. Мноурал. Мононал. Can this thing go any faster? Auto? Auto. Кто такой? Да, этого зовут Авто. А я пропустил конец фразы. Как его в японском называли? Какой жанр музыки? Какой же он Мэдман? Ну ненадолго. А, как только мне дадут Раша, мы, короче, пойдем спасать. Такое чувство, что очень хреновый перевод был в этой игре. Нам никто и не старался. Здесь, ну это вообще первый Мегамен с сюжетом. Еще неопытные были переводчики. И зачем он надел каску из Building Panic? Там же эти... Строители. Не та шляпа. What? Что? Как, говорю, зовут вот этого зеленого робота в японской... по жанру музыки? Сейчас скажу. Странно, почему он не пал? Джаз какой-нибудь. Кто рулит? Чанарт рулит. Он ищет какой-то... Ты доктор! Он отжимается просто. What? В оригинале его звали Райтот, но я такого жанра не знаю в музыке. Я не могу прочитать, что они пишут, вообще какой-то бред в этом тексте. Ну не читай. Что это, что это за звездочки? Ой. Сбомбил. Тяка.
Твилка анимация, хватание рукой. Да. Ладно. А музыка что-то напоминает. А все, а налево, если пойти. Ой! Ходи, там тупик. Сейчас, секунду. Вау! Эмбастер, Эркоил, Next. Я возьму, закрою, блин, все интернет у себя лишний. Что-то очень Мари, тормозит что у меня. Закрой свои интернеты. А то сейчас пойду интернет перезагружать. Расскажите лучше, как вы побеждали президента на вертолете. Ну, все же записано, что-то не посмотрел. Ну, я еще не добрался. Я еще вам потом... А, он еще не умеет стрелять? Сказать. Не, надо качать. А, во. А, он умеет. Дудельный кот. Ну-ка, иди-ка сюда, кот. Вообще, почитан целое теперь семейство котов, блин. Да. Котонавт. Вот эту каску он надел. Чё-то мне напоминает этот мужик фиолетовый. Ты из Хроно Триггера, который гонщик. Жони, точно. Что с тобой, чёрт? Меня почему-то это... Чё ты, почему ты проигрываешь? Это же первый враг. Я когда играл, тоже убил. А мы, кстати, на харде играем или нет? Нет, а там только паспорт был, там не было настроек. Надо было внести в тут паспорт хард. Тут сразу же маньяк сложности. Маньяк сложности. Ну, начиная с последнего уровня. Уё. А это кто такой? Это Буз. Буз? Как его в оригинале звали? Форте. Нож по Форте, блин. Пиратский копия просто, видишь, я такая же собака, такой же робот. И умеет он ровно то же самое. Только не сквозок что-то. Покруче у него собака-то будет. Да. Да и костюмчик не такой, блин, голубой. Он просто в дизайне получше. Да. Просто более old fuck, а этот new fuck. Да. Сплошной fuck. Я вообще не понимаю, что они пишут, я не успеваю читать. Ну, это типа доктор Вайли произведение работал, да. Он ему пытался противостоять, чтобы сдержать Баз Мегамана. Баз или Буз? Баз. 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 Бейс, да. Правильно. Это что так много же. Всего? Пароль. Пароль. Нифига себе пароль такой. Записывай. Записывай. Тут циферки можно записать, здесь не портрет. 8 сособак, 7 авто, 3 кепки. Building Panic. В чем Building Panic? Кепка. Вуис next. Паник. А, все, я что? Нижнего. Нижнего. Чан, вот как там дюп-то делать? А может правого? Свап 1-2. А, не. Дюп! Дюп 1-2-3, да? Mm-hmm. Или просто дюп 1, по-моему. Ура, я работаю. Вот этот, по-моему, который правый. А что, только 4 уровня, что ли? Да. Ну, поначалу 4, потом еще. На SNES не влезло 8 мегаменов. Вот нет, этого? Они сделали же интригу. Давай. Так, к этому иди давай. Надо, короче, уровень с покрышками на помойке, чтобы... Джанк, мэн. Да, вот этот. Что такой здоровый-то? Он какой-то нестандартный... А у нас есть ли зрители? Нестандартный мэн не какой-то. Не знаю, мы не были на записи. Реди. Так, надо освоить управление. Он фумикома. О, прыжок правильный. Который же джунком стали. Чё? А, фумиком висит. У меня стрелялка не работает. Держи. На крестик. Да почему стрелялка на X? У всех нормальных людей стрелялка на X. Да. Я значит неправильное управление настроено. Так, а эти Y и А ничего не делают, что ли? Делают. Нет. Ну пока нет, потом может быть. Хорошо, L ничего не делает, R ничего не делает. Селекта нету. Старт. Оружие LR переключать оружие вроде как. Вау. А что такое Coil? Пружинка. Как next сделать? На X, что ли? Пипец. Это что за хрень? Энергия, оружие, это все пошли банки. Читать мануал. Ебаный. N, VP это банки для здоровья, банки а для почему? Оружия. Почему? SP это общая банка для того и другого сразу. X это я не помню, что такое. Там, по-моему, преобразователь энергии, чтобы у тебя распределялось автоматически. А, да-да-да. Самое разряженное оружие. А почему next а это back? Обратно. Следующего нет.
Так, мне нужно управлять. А нижние там просто собранные штуки, по-моему. Alt, Shift, 1. Up, up, вниз, вниз, влево, влево, вправо, вправо. Select, старт. Y. Это получается вот как вот так, что ли, надо сделать? Нет. Если у нас получается это B, это X, то Y получается это S. Окей. Б. Это получается... Б это прыжок же, да? Ты на каком дочке играешь? На клавиатуре я играю. Прыжок, пробел, стрельба. А, да, Б это же прыжок, да. Наоборот-то. Нижняя кнопка прыжок, левая кнопка стрельба, а все остальное неизвестно. Ой, блин, сейчас, подожди, я напутал с этими рапидами дурацкими. Вы там свое-то управление настроите пока тоже. Щепщ. А у меня все? Да, что-то меня не вторбает на совсем. А, ты сломал нам управление, блин. Ну спасибо, дорогой. А? Из-за дюпа, что ли? Ну да, ты всем настроил на клавиатуру. Надо разъединить, значит. Блин. Ну отсоединяйтесь, что я могу сказать. Андюп. Как там это, брейк? У меня она вообще не рулится. Ты стрелочки на что нажал? Не, у меня вообще не работает. Ни то, ни другое. Скорее всего, мы просто не настроили. А ну, чё, чё-то играл? Ну, потому что я настроил, это всё, да, вас. Теперь всё это расстроено. А, кто побежал? Я ещё не донастроил, подожди. Короче. Ты чем там играешь-то, блин? Я не знаю. Расскажи хоть своё управление-то. I'm quit. Я все сломал. Rage quit. О май. Нафиг так жить. Quit. Так, это вам не integer scale настраивать, блин. Это управление. И кажется, у меня, да, сейчас ничего не будет работать, да? Так, Y, тихо. Вот да, он, спасибо, Y. Дорог... А, и работает, не пойму. Б. X. А. Left, right. А ты что, странно, для триггеров не предлагаю сделать квик. Ой, а почему мы вернулись на начало? Все вышли, потому что... Блин! Потерялась сессия. А я что-то не вошел ни в какой сервер. Ну давай заново проходи. Ну а теперь вошел. Все настроили? Не знаю. А здесь есть какая-то кнопочка для quick, для этого, для фаст-форварда. Она не работает в сети, она только звук трахает. Ну тогда ладно. Тогда посмотрим сюжет еще раз. Кто там такой в кустике стоит, глазастый? Ну этот же, который с кепкой. Маленький робот бегает. Разве? Он работает кустиком. Ну его дизайн вроде как. А, нет, этот, который, помнишь, там появлялся красный, выдавал рандомный поверап. Точно. Это не я играю, подождите. А, ну, что он сам играет? Доктор, are you okay? I'll bring back your role and take care of you. I'll bring... What? Кто такой Ролл? No, Mega Man, we have to know time. While he's using the attack, of his robots to cover his escape. Look! Кто такой Роу? Роу — это девочка, с которой там Мегамен сидел в машинке. Они не могли это заранее сказать? Это, по-моему, еще в третьей части сказали, между прочим. Почему Роу не переназвали по-другому? Если Рокмана переназвали на Мегамена, значит Роу должна была быть... Ну, Рок — это, по-моему, штуки переводится... Типа Рок-н-Ролл? Ну да. Ну, что-то я не заметил там особой анимации хватания, как ты там хвастался. Мега и мага. Тебя сложно впечатлить в принципе. Конечно, Мегаменом-то особенно. Там который... плавно очень рука вылезла, схватила люк и закрыла его. Ага. Не знаю. Так себе. Мега анимационно. Ах, а какой ты парень. О, зато теперь выпало. Почему мы в драйвер не играли таким же дюпом? Потому не что работает. Аналоговые стики не работают дюпом. Ты ему сразу в голову стреляешь. Да? А он выживает первый залп боли. Выжимает. Нет, то есть ему ногу снести, там полетит. Ой, а тут мужиков кустиков поломали. Не мужики, шахтеры. Вау.
Вот сейчас Чанрд это исправит свое неправильное прохождение, она все запорола опять. Я старенький уже в Мегаманов играть. Подождите, ребят. Почему так странно прыгает? Нормально он прыгает. Это классика. Мегамена! Нет, я имею в виду так на месте какими-то таким. Тр-ты-ты-ты-ты-ты. Да, да, да. А, это он землетряс сделает. Тряс. Блин. Чё ж он такой жирный-то? Я неправильно его прохожу, наверное, просто. Кого ж он мне напоминает-то? Джонни? Да я не знаю, кто такой Джонни. Не знаю я таких. Ты Хроно Триггер не проходил. Все, проходим Хроно Триггер коопом. Каждый играет за своего персонажа, да. Да. А чё он все не стреляет? О. Сос собака. Требл? Требл. Трабл. Дабл. Дабл, трабл. Бабас. Чё ты всё пропустил? Типа мы уже смотрели, что ли? Он говорит, встретимся в следующий раз. В аду. Все, дай мне моего джанкмена пройти. Это уже сложно, между тем. Тут есть очень неудобная яма, которую трудно перепрыгнуть. Сейчас выяснится, что у меня опять управление неправильное. Сначала настрой управление, потом дюбайся. Потом входи, да? Свапайся сначала свое управление. Прыжок работает, стрелять... Стрелять не работает! Да ёп! Почему стрелять-то на Y? Кто мне сказал, что на X? На X, который... От Xbox. Который Y. Да. Так-то Y. Ну все, наверное, Y, да. Я снова quit, ждите, пока я перенастрою все опять. Ты зачем? Ты же не дюпался. Да я уж дюпался. Да ёп. Да я-то почему опять не работаю? Как так ты настроил? Ты тоже выходи давай теперь. Иначе настроишь мне управление. Up, up, down, down, left. А, я не работаю, потому что у меня фокус нет. Блин. Правда, все равно не работаю. Так, Y получается не X. А X это экшен разойти или как? Y. Как все сложно. B. B. Как выйти с сервера? Это дисконнект? А, quit. T сервер. Так. Dupe 1. В драйвер было проще играть. Да, он обездюпнутый был, мы от отвыкли. Какая кнопочка должна быть? Во. В каком месте, вернее. Я теперь умею бегать, все нормально. Щепочки тут? Нет еще. Ждем тебя. Ну ладно, я помню все это. Еще баб Минафи не настройка выключить все эти рапиды дурацкие. Disconnected. Щепочки не пускают. Пусти щепочки. О. Во. Ура. Че он так медленно стреляет? Ну он такой, да, он какой-то очень медленный для Мегамена. На NES, по-моему, и тот больше было мощности. Там просто кадров было меньше. Ай! Тараканы ползают. Нифига себе, он еще летает. Они таранят. А, вот... а да, по ним попасть нельзя. Да, только за режакой можно попасть. Вот эти болтики собирай, там за них что-то покупать можно. Да, здесь магаз есть. Да, хитить! Как мне где-нибудь залезть-то? Заряжай прыжок! What? Собачку прыжок. Как заряжать? Да, держать просто прыжок. Таракан, уйди от меня! Упал такой. Тук-тук. Пинь-пинь. Ну, ты будешь влезать-то? Лишь подойди. Ча... Я ненавижу Мегамена, окей? Там логово таракана справа. У вас это взаимное, я чувствую. Да там прыгнуть машинкой можно. Пружинкой. Где пружинка? Вот это? А. Аракоил, давай. Лол! Вправо пройди. Вправо пройди, там логово таракана. Почему он только один раз прыгается? Всегда так было. Почему нельзя переключить нормально? Во. Я скучал по Дерфусу в Мегамэне, чествовал, пацаны. Это большая штука, это логово таракана. Зачем мне там паутик нужен вообще был? Уйди от меня, таракан. Это валюта. Это 10 денежек. Да! Все эти тараканы сожрут. Идите нафиг, я не буду в это играть. Тупой таракан.
болт мне в глаз, Дерфас опять за свое. Че, тут стены ломаются где-то, нет? Да. Вау, посмотри, какая анимация. Чик-чик-чик. Это я понимаю. Вот это вот inferior animation тебя впечатлил, да? Да. Не то, что рука ваяли, скрывающие. Тараканы, они так и будут лезть. Да. Ай-яй-яй. Вот послали меня в какой-то джанк таракана, да, блин. Да, заряженным. Бери скорей. Блин. Хотя бы болтов набрал. Да, сейчас я, конечно, выживу тут все это, да. Уклоняйся. И старайся не получать урон. No damage, да? Вау. Там был шарик, а ты его не взял. Да, позор тебе. Ты еще жив? Хитро-хит. Все, кончились мудокинсы. Сейчас опять тараканы полезут. По-моему, это не тот уровень. Тот. Потому что я по крышек не вижу тут. Ты путаешь с Darkwing Duck'ом. Да. Нет, там был уровень, где по крышке. Я говорю, путаешь с Darkwing... О, да, бери, бери срочно! О, ну, молодец. У тебя 3 хп. Чё они так быстро пропадают-то? Ты поторопился. Поджарило. Он не прыгнул. А конты здесь есть, я что-то забыл? Все, я для того? Нет, не, не, по, у тебя весь конт. Да убивай их заряженным, да. Я не люблю заряженным, я же даже в Несовский играл без заряженных. Заряжай! Тут смысл, что тебе тараканов по-другому не попасть, только когда они прыгают. Сколько у меня там жизни-то? 3. То есть можно сразу это, умирать. Убирай. Гейн скилл. Скилл набирай, да. Не хочу. Дерфас, это меня... твоя любимая игра, аллергия твоя... на... из твоей любимой серии. Да. Это сейчас будем Трайн играть, правда. Лучше Трайн. Поздно уже. Трайн кривой. Понастраивали тут неработающих. Да бить тебя нахрен, таракан! Вот справа зелененькая такая подозрительная, и слева тоже. Вот эту штуку, если стрельнуть электрическим оружием, то оно что-то сделает. Да, но мы пришли. Начнет работать. А, лифт включится, да, и там какой-то энергобанк. Она не умрет, перепрыгивает. Она боится. Эта штука круглая, на которой она стоит, это лифт. Да. И она с ней не уйдет. Попробуй все равно. Может, ты оттуда снизу допрыгнешь? Так лифт все равно не работает же. Я понял. А, ну может, ну или так, я думал, собака. Маста. Клёво. Yes, my master. Ну что такое? Таймуем сегодня, мы с тобой таймуем. А чё он так криво ползает-то? Что это такое? Человек-паук какой-то. Нормально, просто анимация очень. А страшно. Как вот это взять? Лифтом. Ну всё равно это здоровье куда на тебе. Ты, а куда у меня здоровье? Он туда по-любому что-то есть. А как я туда? Прыжком. Собакой? Собака, собака. Пройти можно. А-а. Дыши. Ты шифтами попробуй. Не шифты, не шифтятся. И что? Что а, туда надо электричеством жахать. Точно, я вспомнил это место. Зачем мы пришли в джанкмен, если нам нужно электричество? Выходи из джанкмена, пойдем в электричество. Как отсюда выходить? Умереть. Иди, если проиграем, тогда... И проиграем. Твоя душа выйдет из миссии. А, вот оно, да. Ну тогда нормально. Червяки живущие. Попало бы уж. Попал? Это что такое? Глаз? Он разведку делает. Эти в каждой куче сидят. В каждой куче. И магнитики тоже можно включить электричеством. Да что ж такое-то? Откат-то есть вообще? Чё ж мне не сказали, что тут есть подкат? Чтоб прямо сразу в яму. Ух ты. Я думал, не допрыгнул. Тап! И что теперь? Ой, как тормозит-то! Подлость. Идите нафиг со своим мегаменом. Дерф уливает. Идите к электричеству. Ну куда вы опять пошли? Че у меня опять ничего не рулится? Ты с дюб-то не сделал, наверное. Никак, что надо каждому свой, что ли, да. Делать?
У каждого свой дюб. Ой. Рулишь? Или ты Чан? Или... А почему Чан-то? А я второй. С каких пор ты второй? Ты первый. А я первый. Рулю. Сорян, пацаны. А Чанр, ты туда щепоч третий. Черт, я ж первый был. Эх ты Чанр. Не, ну шеф-то не меняет нифига. Да, они, наверное, только оружие меняют, а собаку бери сам. За ухи. Эй, чуть-чуть не упал. Зачем ты пошел в Джанкман, если тебе нужно электричество с пушником? Ну этот босс, он самый нужный. Да. Ну типа, в этот уровень надо меньше всего ходить. Да, тут уже уровни можно перепроходить потом, по-моему. Зачем? Ну, чтобы фармить жизни кого? И прочие штуки. Нет, тараканов. Там приемы, способности. И секретки открывать. Господи. Да, оставь его в покое-то. Там денежка. Ладно. Ну вот он, фермер наш главный. Иди за денежкой теперь, иначе рассказал, все. Болты копает. Правильно. Да. What? Таракан. Почему собака не бессмертная? Ай. Зачем ей быть? Ну потому что... Это логично было бы. Как это? Общество защиты... Бессмертная собака это логично? Общество... Общество защиты животных должно возмутиться. Робо-животных, не забудь. Да, робо-животных должно возмутиться, почему собака поручает урон. Робо-общество. Причем. Ой-ё. Робо-общество, да. По защите робо-собак. Да. По робо-защите робо-собак. Ай, куда ты побежал прям на пулю? Хотя бы щепоча кормят. Покормили щепоча. Кончил. Стрим завис. What? Не, у меня нормально. О, а все нормально. Все работает. Перезагрузил. Twitch. А, стрим заработал. Уйдё. Вот да, вот из-за этого не очень удобный прыжок. То, что он впиливается в стену. Уйдите. Они тебя хотят. А что они с ним хотят? Точно подходить можно. Использую подкат. А подкатом их нельзя случайно тартакнуть? Нет, нет. Куда пошел? Испугался подката. Представляю, сейчас раз и тут появляется на этом экране. Поинк. Поинк. Ну, потом откроем, когда электричество мэна. Да. Ай-яй-яй. Зайдем еще раз. Ой. Чанр, сколько нам потребуется стримов, чтобы пройти Мегамэна 7? Ну, учитывая, какой там последний босс, я думаю, стримов 8-9. What? Зачем мы играем в такие сложные игры? А они много звуков дают. Игра, конечно, тормозит. Музыка какая-то никакая в этом Мегамэне, я смотрю. Во всех Мегамэнах или в этом? В этом конкретно, пока. Ну, это такая ж Супер Нинтендо. Тогда она была там хорошая музыка вообще. Внутри Юри, наверное? Ну, да. Ну, прыгай. И так же. Очистим. Как их вибрируют, у меня аж глаза заболели от этих вибраций. Год какой. Ага. Сейчас он нам куснет. Кусатель онлайн. Ой, сейчас упадет. Нет. Или должна была упасть, а она не упала. Захерачил его. Ай-яй-яй. У тебя оружие. Не так, чтобы она мне нужна, ну ладно. Да. Собаку. Собака. Я только не помню, что стены разбиваются вручную. Хочешь сказать, у нас было только две песни за 139 стримов? Да. Не может быть. Что они делают? Могло быть еще. Моя монетка еще была, но это не знаю, можно ли назвать это песней? Это не песня. Это рэпчик. Срочно пересматриваю все стримы в поисках саундтреков наших.
Вот он. Щепыч вот дошел вот сразу. Эх, Щепыч целыми днями играет в Мегамена, судя по всему. Мусором. Чего он такой здоровый-то? Ну не все больше. Ох, ты опа, что, да? И еще и перепрыгнул. Ну это ж не канон. Мегамены должны быть что такие же, как Мегамен. Оп! А, вон оно что. Кто же знал? Аж игра зависла от такого. Ага. Да не, ничего. Может, не как в Катмане, но тоже ничего. Сейчас он прыгнет, наверное, да? Или паттерн другой. А камушки разные выпадают. Ладно, я понял. Это ж, по-моему, тупо этот Рокман, или как он там был? Строительмен. Ах ты ж как какой. Иди. За муравака он тебя. У тебя жизни дофига, я смотрю, Щепыч. Он тебя бьет, бьет, а я мастер. Не кончаются. А он с тобой бьет. Как так ты аж прыгнул? Странно, вроде такой силач так слабо бьет. А у него просто это... Вся, весь скилл в мускулу пошел. А почему у него эти коробки электричеством бьют еще? Он же не электрический мэн. Ну, комбинированный мэн. Комбикорм! Комбикорм! Такой-то он жесткий, Щепыч. Ты веришь, что ты первый босс хороший? Можешь пойти банок набрать другие уровни. Он по сюжету хороший. Может, все-таки электрический? Какому сюжету? Я помню, что первый мужик должен быть огненным. Ну, в смысле, огненное оружие давать. Это явно не огненное. Я не помню, по-моему, он. Если не он, то нижний нужен. Получаешь. Я паттерны запоминаю. Щепыч нам все запутал нас всех. Неправильно послал нас на помойку. Ай-яй-яй, сейчас опять у тебя зухавает. Тхадыщ. Я знаю. Я пока не понял, как уклоняться в его атаке. Ты пролетай под ним-то. Он вообще прям за тобой бегает. Подлец. Ты уклоняется. Все, вставай. Ты плохо в него стреляешь. Даже не попадаешь. Вообще. Гад. Может его проще обычными застрелять? Может быть. А, вон оно что. Я думал, он просто прикасается. Да. Хард. Ну а нижний мужик тогда что такое? К электрическому идите. Бурст. Не, на вот этот огненный, да? Похоже. Огненный бомбермен. Чё, это когда бомбермен этот сюжет? Не, ну когда я составлял последовательность, я точно помню, что я делал этого помоечного, который... Помоечный мэн. Он должен был быть первым. Я тут. Я говорю, чё, когда сюжет бомберменов-то? Будем проходить. Щепыч уж угонём и пойдём бомберменов вдвоём играть. Промазал. А Марио когда? Какой Марио? Какой Марио? Который на двоих. Мы же уже это, прошли его. Как это? Когда это? Ну не полностью, но прошли. Собирай жизнь. Да он не достал. Надо было Сособаку вызывать. И ебанку еще проворонил. Ой. Они взрываются, по-моему. Не знаю, чем так популярен этот Мегамен, что они столько частей нахерачили. Ну ты же, величайшая серия Капхома. Ау. Как это величайшая серия Капхома, это Street Fighter. Не вниз? Типа. Ну, это, наверное, файтовед, но не все же любят файтинги. Мегамен для тех, кто файтинги не любит просто. Вот скакуны. Пошли. Да и оставь. Вау! Я даже не заметил их. Да и без Мегамена у Капхома дофига всего хорошего. А вот Мегамен вообще ни в какое не это.
Не влез. Просто не твой стиль игр. Нам вон надо это... Кассованию может проходить. Она же жесткая. Всяко уши мегаменная. Ты уверен? Я вообще ни в чем не уверен. Учитывая, что ты обещаешь мне 8 стримов проходить Мегамена, я после этого вообще уже не могу. Ну это из-за последнего босса только, потому что он жесткий. А магазин, по-моему, заходить нужно на карте выбора уровней, на кнопку А, что ли, что-то такое, или селик, может. А это вообще где-то сказано? В мануале? Да, наверное. Почему мы не прочитали мануал? Надо? Потому что его не приложили к рому, да? Ракмен. Какой же он мен-то? Рак-рак? Рабмен. Доктор Зоидберг, блин. Бабоумен какой-то. Вау, вау, как у тебя. Подтекач нужен был. Блин! Молодец. Нифига себе, он высоко. Опять за начало. Он, наверное, на любую высоту, наверное, прыгает. Дуди прям там сидит. Надо пойти читерить уже сразу. Пошел гайды читать. Последовательность боссов. Ты решил за ебанкой идти сразу. Учитывая, что боссов всего 4, думаю, невелика последовательность там. Но это только пока 4. Уже 4? Пока 4 пройдешь, наверное, больше-то не появится. А, в этом-то смысле, да. Ну да, надо с огненного мужика все-таки еще начать. Вот, сколько мы времени потратили из-за того, что щепочку все перепутал. Мы экспо набирали. А тут я ее набрал. У них трубочки такие. Мивота. Флауч. А как они дышат через них? Это роботы, зачем им вообще дышать? Знаю. Стреляй быстрее. Главное, не прыгай. Как он тебя хочет вообще пузырями убить, я не совсем понимаю. Ну ты что, в Фронт Триггере не играл? Пузыри — это опасности! И как он делает пузыри, если он не дышит? Шипы. Значит, у него, наверное, есть воздушные баллоны. Ты забыл взять банку какую-то. Ред банку. Вот и она. Ба-ба-ба-ба-ба-ба! Почему она так беззвучно взялась? Ну что, она не нужна. Подожди, а Мегамен тоже не дышит? Да. По-любому. Да ёп! Надо подождать. Ну он же вроде мальчик. Ну вот. А почему здесь? Therefore's next. What? Кто там электрический? Тут это? Не-не, нижнего выбирай его. Я не хочу тут, чар даже не прошел, какой из меня огненный-то. Я вот сюда пойду. Блин, это Фризман. Не туда я пошел. Фриза! Хочу электрического мэна. Хо, электрического мэна вообще небось нету еще. Вау. Ну, так я ему проиграл уже. Так ты же к бёрстману ходил, а не к электрическому. Это электрический мэн вроде. Это фаерман. Электрический слева. Че ты молчал вообще? Посмотри, какая анимация это. О! Ходунок. Ты шо за верминатор, блин, X? Медведь мэн. Че у тебя все мэны-то? Потому что это Мегамен. Чё-то он жирный какой-то. Из него вывалилось очень мало всего. Тут сразу на верхнюю можно было прыгнуть? Ну вот что это за музыка? Я усну под такую музыку.
Дерфа слип. Типа дип. Ну как так? Во. А турбо кнопка здесь тоже быстро стреляет? Нету турбо. Как? Ты же ее не настроил. О, есть. Только как-то очень странно она стреляет. А! Хорошо, что. О, месяц, мэн. Подтекай. Клёво. Насосулил. Да ё-моё. Как вниз спуститься? Он снизу, если огонька, а он самого нравится. Пробивон сделал. Ва. Я застрял. Ну и лежи там теперь. А почему это не пробивает? Мегамен вздремнул. Отличная игра! Ва, стой, Мегамен. Недостаточно высоко. Нежный прыжок, слишком нежный. Опять медведосов бить получится. Хотя бы уровень добрый. Пройдешь это за один стрим все. Ну как видишь, что я вообще не мегаменистый. Да как, ты же сказал, что всех проходил их. Сиди, мой последний я проходил. Дальше не полезли. Может его вообще не убивать? Как ты его пройдешь? Он паром. Большой. Он ж бафой. Иди нафиг, медведь. Это тоже нафиг, подсекай его. А как же лут? Его нету. Ой, пустите меня, мне нужно въебанкиться. Ну как так? Стой, мужик синий. Мазила. Акела. Акела промазюкал. За что, щепоч? За драйвера, да? Надо было идти в другого мэна. Я вам предлагал. Рок-н-ролльные гонки пройти. Да, ой, это еще хуже. Трайн. Трайн, да. Тут у меня стрим-то завис, а нет, это нормально. Че у вас у всех стримы-то здесь висят? Я просто страницу не обновлял, она долго вспоминала, чем должна быть. Мегамены и зрителей-то никаких не будет наверняка. Кому сдался этот... Ну чё, Нарты, я смотрю. Да, счастливая семья. Как их убивать-то? Кто-то очень странный, он как будто делает лишний шаг. Ещё. Сосулька-метатель. Если его убить, то он, наверное, тоже сосульку потеряет. Все, я встрял, я чувствую. Собаку позови. Она упадет на шипы. И умрет, да? Не знаю. Потому что она устойчива к шипам. Ух ты. Вау! Спасибо, собак. Вот общество по защите робособак-то удивится. Робообщество. Ой, динозавр. Какой-то роботехнический. Я хочу наверх. Лезь наверх, по-любому. А вдруг на самом деле внизу секретка? Хранись. Ой, все поломалось. Вау! Эх, как, а можно перезалезть, наверное, появится. Что за хрень? Ну тебе проще собака залезть. Собаку возьми, ё-моё. Так а шо за хэ-то? Ну ты на правую, потом туда. Эть, ага! Вызывать собаку. Ай, а не пришлось. Перезалезай. Чанер, шо за хэ? What? Всё, рестарт с самого начала.
Я пытаюсь вспомнить, что за хэ, но я не помню, что это. Собака птичка собирается. Почему хэ? Если она бит. Значит, он не хэ. Нет, значит, он не бит. А хит? Все очень хит просто. Может. Это потому что, как сказал Один. Один. Это что за мужик? Это мужик. Хит, одноглазый хер, который был вечно у нас во всех мегаменах. Иди нафиг, хер. Иди нахер, фиг. Чего игра-то тормозит так? Это снес. Дурацкий снес. Ты прочувствовал? Вау. Это вам не Genesis, который DAS. Это что за хрень там? Это улучшение собаки или вторая форма. С краешечку надо, да? Это он копает сокровища. Мазила! Да отстань от меня, пылесос! Фак! Все, отстаньте от меня. Играйте в своего Мегамена сами. Сколько же мы денег накопили, интересно. Фат? Куда это мы? Все, геймовер. Во! Он нас сожрал. Сосал. Жопой. А, анусом. Анус сколько? Welcome to Big Eddie's ass. А, ему ж сначала он болт найти. Мы не собрали ни одного болта до сих пор. А нет, так вот, 178. Где мы столько набрали? Это не тот болт. Это не тот болт. У него большой болт пропал. Главный болт. А хотя нет, нормально. А, это у него еще там будет. Что это за хрень? Очень такая? Странно двигается. Что за 80? Что это такое? 40 жизни. Птичка. Птичка это оружие. Здесь птичка очень хитрая. Когда ты падаешь в яму, она тебя единожды восстанавливает из ямы, не отнимая жизнь. Здесь ничего ценного нет, поэтому брать не будем. Как, вот бери. Я вот этот вот не понял зачем. Как? Чтобы выйти с уровня, потому что у тебя задостал уровень. А, типа весь лут собрал и ничего нет. Тебя не хватает болтов. Я ищу как выйти отсюда. Ну старт. Я нажал. Как же на старт выход, что за бред? Селект. Я все нажал. L1, R1. На кружок, наверное. Чё, он хэппи на болт. А, на Б. Давайте уж к левому сходим. Там тоже запорим все и закончим с Мегаменом. Это вам не драйвер на харде, блин. Это Мегамен. Вот пошёл. Мегамен, using Mega Power. Кто играет-то? Я. Это игра сплошные мучения. А игра для этого и создавалась. Мегамен. Как можно играть в Мегамена и не мучиться при этом? Это же халтура. Зачем играть, чтобы мучиться? Ну для этого игры создавались. Вот вы какие-то неправильные игры играете. То Battle Toads, блин, то Мегамен. Я в финалку играю и не мучаюсь. Тебе хочется простой жизни. Да, слева такая штучка, как будто можно залезть. Нажми вниз, прыжок. L1, R1. Он подкатился. Подкатился к тебе. Куда ты? Собаку туда используй. Собаку забыл. Кидай ее в шипы. Может проще с этого? Ну так да. На хвосте застрела собака. Быстрее собирай. Кошка отвлекает. Или кот. Наверное, можно сломать попробовать, или нет? Чего? Не пускаете? Пока что-то кроме одной хэ мы ничего не нашли, я смотрю. Да. Ну это тоже поле. Их обычно стреляю, а не... их проще так бить.
них еще и плавники отросли. Не сластами просто. Да. Аккуратно прыгай. Ну какой там птицы? Очень... Голубые плавники. Сильно прыгаешь. Сильно прыг, сильно прыг, сильно, сильно, сильно прыг. Что ты так за этими болтами гонишься-то? Все равно, что там нечего покупать. Деньги. Там все равно нечего покупать. Пока, да. Ну там потом, когда большой болт найдешь, там будет более полезные. Подтекай! Точно. А, можно даже так. Такое чувство, что Щепыч лучше всех играет в Мегамана сегодня. It's a day of Щепыч. Где лут-то? Я встал специально лут взять. Щепыч прям по тактике проходит еще Мегамена. Обманули не просто как Щепыча. Мы. Я этот Мегамен вообще не помню уже. Я вообще не прохожу, скажем так. О, как. Надо растить свой скилл. Вау. Дерфас, don't give up. А я уже did it. Кто куда? Надо было прыгать, наверное, да? Прыгай сейчас. Или собаку куда пихни вниз. Бедная собака, куда смотрит общество роба. А чё ты... Нормально. Читер. Читас любит Честер. Мы вообще сюда доходили? Чё-то помнит. О май гад, только не... Мои любимые, Дерфас. Почему они издают такой странный стереозвук? Стесняюсь спросить, как этот звук звучит на 100% громкости. Так же и звучит. Да, только громче. Логично. Ать, обманули мега мужика. Ой-ё. Лягушка моя. Любимое выражение Щепыч, иди в попу, гриб. Какие-то они это, не очень агрессивные были лягушки эти. Наверное, побоялись к Щепычу идти, а то он их в домике запихнет. Эр! Ар! Надо собирать буквы. Вау. Как лимит. Он даже взял ее. В руку! Когда мы Зельду-то проходить будем? Что? Хоть сейчас. Да. Сейчас. Роба, что ли? Или рок? Рок, наверное. А, руш, может быть. Нет. Там H. А, H был. Руш, на видимо. Раш. Там вроде 4 буквы только. Да. А тут сколько? Раш, да? Раш. Алекс, раш. А, вот почему еще почему так Мегамен удается хорошо. То-то. Это его раш. Тут его оно, да. Откуда его все-таки? Не надо. А чё они не умирают от шипов-то? А у них нет уязвимости к шипам. Забронировано. У всех роботов есть уязвимость. У Мегамена уязвимость к шипам. Мегамена, по-моему, ко всему уязвимость. Там бедная рыба умирает. По-моему, эта рыба меня сейчас, да. Сейчас, да. Ныряй. Не торопись. Брум. О май гад, вай. Ходунок. Почему этот ходунок работает 120 FPS? Ну, плавные анимации сделали. Потому что, видимо, просто было сделать из этих... Чё, тут никаких фрагментов не было на этом уровне. Ну, кого не было? Р собрал. Нет, уже. Специальных взаимодействий. Другим оружием. Вот оно, да, вот это вот. Этот босс. Бубльман. Он Файерман или Бубльман? Может быть и Бубльман. А, и... Что ты придумал? Это Файер Бубльман. А я помню. А их стрелять надо, их стрелять надо. Фига себе, они жесткие какие-то эти Мегамены. А то ж. Столько росли времени. Ну, кнопка пригодилась. Кто тут на самом деле Мегамен, это большой-большой вопрос. Может, со сейф-стейтами пройдем Мегамена 7-го? Ну, пока так попробуем. Ой. Объявление. Heaven. Чё-то там... Фёчка. Ты шо ж такое? Может, подкат на них можно?
а жизни кончаются, ты в курсе? Догадался. А ты даже это не атакуешь его. Че, я его два раза попал. Да. Ну он тоже два раза попал. Ну по шарикам надо просто так стрелять. А может и нет? Нет, стреляй! Что, ну куда? Что ж ты делаешь-то? А ты не хочешь прыгнуть через них? Могу, но очень трудно. Но у меня еще одна жизнь. Ready, go! Ready to go. Ready to die. Get ready. Может подкатывать, может просто подкатывать. Ну, какие-то новые пузыри пошли. Что это такое? Какие-то неправильные пузыри. Не делают неправильный мед. Что это за рандом какой-то? Ну, нам их подкатывать надо. Так, что ж такое, да? Вот в эту стену не надо врезаться. Она отталкивает. О май гад. Чё, Норд, побеждай. Иду. Бульмана. Опять к нему? Может, к левому всё-таки лучше? Это самый первый. Я ему не доверяю. Я-то пойду к левому. Вы как воздушный хотите? Трудный, там одни ямы кругом. Какой воздушный, он же электрический. Ну, он электрический, он тучка, мэн. Тучка, мэн. А вовсе не Мидвен. Да ладно тебе, Дерфас. Мне уже плохо. А мы еще даже не на четвертом стриме. Ни одного уровня не прошли. Меня что-то здесь с таймингами прыжку плохо. Я не чувствую этого Мегамена. Да, он какой-то, ну, какой-то оверсайзед. Может, если ты окошко сделаешь 1x, оно лучше станет? Ой, жизнь-то лучше собирать. Не, допрыгнуть еще надо сначала. Ну так собака. Сосо. Не, а ему вставить-то, поставить-то некуда. Вот на уровне с этим, с кем я там ходил-то? Где я собаку-то видел? Где ты видел на верхнем пыли? На Айсмене, да, там же собака была. Надо вот ту собаку взять, сначала потом сюда идти. Сначала угненного мэна взять, а потом туда идти. Собака не сохранится, если ее взять? Сохранится. Так. Ну, если ты выйдешь с помощью Эксита, ну, на 200 очков. Кстати, буква R у нас сохранилась? По-моему, нет. Чё, у тебя есть буква R? Посмотрим. А! Чего ты не забрался за жизнью, кстати? Ты не то нажал. На А. На кружочек. Вот, видишь? Буквы пофиг, значит собаке тоже было бы пофиг. Ну там собака бесполезная. Откуда ты знаешь? Она клады ищет. Ну так во, как полезно-то. Надо знать, где искать. Так если она ищет, зачем знать? Она прям копает. Ну она ищет, тобой, но не находит же клады. Если ты покажешь, где надо, то она найдет то, что надо. Ну что, блин, игра из 9-й финалки, что ли? Найди клад с Чокобо. Да. Не, в этом же была Secret of Evermore. Там тоже надо было клады искать. До 9-й финалки? Да, 94-й год. Безобразие. У нас нейсим. Шо ты не сделал подкат-то? Говуть вуд собрать. Которого не будет. Может, если на нем... Может, если на нем стоять, он не появляется? Не, он болтик взял. Ах ты жопа. Говно! Жопа, жопа, говно. Неудивительно, что, блин, Мегамен на Сеге не выходил, он такой медленный. Там есть Мегамен, сборник с первых. Да, Вайли, причем он Вор, по-моему. Он хуже, чем Дэндиуски. Ну он какой-то кривой, да, его отдали на аутсорс весь целиком. Ой, можно было. What? Ага. Зачем ты выстрелил-то?
А ты собачку положи. Подвожи собачку. На шип. Погладь собачку. Ай! Лягухи. Потолок мешает, бедные лягухи. Левел кап. Он бомбу пролил, или она там просто плавала? Ох. Просто плавала. Какой ты, а? А я вот так вот тебе. Блин. 1-1. Чанарт, играл ли ты в Адвентюр? Игру. Демку игры, которая типа Мозер. А-а. Попробуй. Мне что-то не понравилось, бою. Ты о чем вообще? Адвентюр. Есть игра по типу Мозер. Одвор, как она называется? Нет. Одвентюр. А, Одвентюр, точно. Одвентюр. Народная обычная, но боевка там какая-то дебильная. Одвентюр и что? Что в ней такого причем? Почему он не может прыгать? Ну, она инспирирована Мозер в серии. Что за Мозер? Ты Мозер не знаешь? Нет. Позор. А, Мазер. Маза. Этот Mother. Ваш английский не мое. Я знаю, или на немецком только. Короче, об левую стену лучше не бейся, она тебя сразу же наверх закидывает. Бейся сразу об правую. Да. С него вывалились все огнемены. Ты так его... Подкатом разбивает шарик с двух подкатов. А, все. Фига ты. Ладно. Это даже лучше. Что еще творит? И рапид кнопку использует. Ты помнишь, он вроде не очень трудный. Читер. В смысле рапид файер? Он мой палец? Не снимает. Он ничего не снимает. Зачем мы пошли к трудному? Да он сам простой. По-моему, он тебя доливает немножко. А, у нас 4 банки. Wait, почему банка зарядила оружие? Что-то я не понял. Не-не, это же... Есть оружие его жизни! Ублюдок сдох, мать твою. А вот следующий любимый Дерфас. А, да, иди Дерфас к нему. Нет, который облачко. И тут палец не сломал, блин. И не показали, что он умеет. Почему он сам рассказывает? Вроде доктор Лайт должен рассказывать. А, он типа описывает. Encase? Что за слово encase? Things beside bombs. То есть эти пузырьки можно запихивать что-нибудь и поднимать. Дангервраб. Дангервраб, дангервраб, дангервраб. Хватит из него песню делать сегодня. Куда идти-то? Сюда? Я не можешь вниз сходить? Опять. Пять вниз? Нет, спасибо. О май гад! Тучка моя. Что это за, блин, хренобобина? И что делает этот дангер в раб? Попробуй. Вот прислали меня на кант дефита Айрмена, да? Пузырик. А, бомба. Да, очень полезно. Ну, типа летающих врагов можно взорвать. А, их можно еще... Попробуй несколько штук пострелять. Не-а. Или только одну дают. Да не считается. Стой, пузырик, стой! Хрень какая-то. И зачем нам это надо было собирать? Босса бить. Прыг. Прыг. Тут иногда ямы бывают. Так что ж вы такие хитрые-то?
Я не перепрыгну. Как раз краешку прыгнет. Когда у него нога... Когда у него нога кончается, ща на... На мизинчике. Ты меня обманул! На пятке. У него мизинчик просто такой. Далёкий. Сапог слишком большой. Вот я уже жизнь потратил, спасибо. Рестарт. Это ты тренировался. Ты бы их убивал немного. Не хочу! У меня не работает стрелять кнопка. Столько жизней, что можно без стрельбы проходить, по-моему. Ой-ой. Вот если это, во время дождя использовать оружие ледяного мэна, то все пойдет снег. Чё-то даже дождь. Да, меня очень порадовало это. Даже дождь. Я не понял, зачем так прикольно, блин. Ну там типа атаки пропадают у врагов у некоторых, которые электричеством били. Они перестают бить, они замерзают. Ну и куда ты? На справа, где облачко кончается, вот там. Вот. Ой, пойду-ка я чайку сделаю, ребята. Стоять! Ты же ходил, у тебя это был неудачный опыт. Нормально. Ходунок тебя с ноги прям долбанул. Как меня электричество только не долбануло от этого в таком ливне. Ходунок, уй, свали. Так, ладно, ребята. Собаку использую, ётить. Не хочу. Отпусти. Отпусти ванебука. Дождь только усиливается, блин. Я уже ни черта не вижу. И вот эти облачка бы тоже перестали быть облачками. А чем бы они были? Платформами. Ну я помню, что это заметно облегчает уровень, если ты используешь. Кого? Только, по-моему, все скользко становится. Сноумена. Блин, да что ж такая музыка-то дебильная? What? Invisible platform. Нифига. А ну и хутор что-то было. Что ты предлагаешь? Ну там, наверное, ничего нет. Там что-то есть? Предмет бы наверняка был показан. Ну может он тоже... Ой-ой. О! Посмотрим. А. Ничего там нет. Мы сейчас сусубакнем. О, видал. Лесенка. Туда забраться только непонятно. Тут ты с левой стороны иди. О. Да. Ты слева посмотри тоже, что есть. Тут ничего там нету. Сейчас умру. Да. Ну зато взял и жизнь. Все заново, да? Я ее потратил. Ну, ты в принципе, погода хорошая. А ща припер уже эту штуку и не напрячься. Там она где-то была. Чего пропеллеры не крутятся? Ну, погода не летная. Пробуй еще раз, только влево прыгай. Хочу. Фига ты живучий. Мужик, мэн. У тебя же есть бомбы, хотя лучше их на босса оставить.
еще их как-то заряжать же. Или они сами заряжаются? Не-не. Нет, надо взять специальную штуку. Почему он отвалился? Ну, в бошку стреляй. Да пошел он. Он наверх слезает. Фига. Здесь должен быть мини-босс. Он прыгает постоянно и стреляет, а ты пытаешься под ним проскальзывать. It's been a while, Mega Man. Here is a little information. Your weapons can be used to discover hidden areas. Try using the flame weapon in the woods. Окей. У меня нет ни флеймс, вупена, ни вудсов. Не, он просто так, ну тогда вон. Это даже лучше. Вопрос, где Flame Weapon и где Woods? Flame был... Не знаю. Не здесь. В другой игре, судя по всему. Это он сказал прийти туда, к нему. Краешку прыгай. What? Вентилятор. Еще мой. Раз. Теперь удувает. Нет, нет, подожди, вентилятор. Вот, давай. А-а-а! Нет, только вас не хватало еще. Да отвалите. Боссмен. Ну что, боссмен? Бомбу выбирай сразу. Что, его бомбу убить надо? Даже анимация специальная для атаки уязвимым оружием. Ну ты поцелься хотя бы. Ты жди, когда он... Не трать оружие. Хотя бы арена большая, можно. Так он издувает, потому что. Ты какой хитрый-то, мужик. Да, пойди убей его без неуязвимого этого оружия. Оружия. Все, теперь у меня его нету, да-нибудь? А то ж. И, да не выйти уже. Набирай экспириенс. Are you winning, son? Нет, мы просрали все оружие, теперь сражаемся обычным пультом. Какой султан-то, а? Шейх, можно сказать. Вах! 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 Банки уже были поглощены? Нет, я даже не знаю их существование. Мне кажется, я его по-честному пройду. Жри банку. По-любому этот босс проще, чем Файермен. Надо было сюда идти сразу. Ах ты ж! Он под катом. О, у меня еще одна попытка. Сейчас я вам все пройду. Чанар подружился с Дамионом в Стиме, как он мог. Детеларе, или это не Дамион? Дамион. А я сейчас вам No Damage пройду. Ай. Я решил
собрать всех покемонов в стиме, быстрых бывших сафоников. В СФ группу заходишь, и там они все. Я там нету. Вот, видишь? Ах. И меня там нету. Прыгай! По-любому этот проще, чем Фаермента, ну. Да он очень легкий. Ну. И ты бы еще не сдувал. Арена большая, можно это развернуться. Да ёп, уйди, мужик. Да! Откатом надо было. Эс! Тучка, мэн. Клауд, мэн. Сквоу, мэн. Кстати, уже были шутки-то про Клауда? Нет. Только что было. Или шутки про Болтик, которые я не мог собрать. В попу. Туда он и попал. Ой. Я говорю, Чан, почему вентиляторы-то не крутятся? Пропеллеры. Потому что у погоды стояк. Он же, по-моему, током. Нет. Или он не двоится? Оставьте его в покое. Ну как-то можно убить? Наверное, каким-нибудь правильным оружием, а не этим барахлом. Шагало. А куда он шагал? В яму? Он сбежал от тебя. Кто? Да зачем тебе оно? Чтобы восстановить. Не-не-не. Да, этот уровень заметно проще, чем те два. Так что какой-то неправильный у тебя гайд. Не, там по плану оружия он выдается, это не то что. Так ты, здесь ты этого убьешь без оружия, без проблем. И получишь оружие, которое дальше куда-то, на ком его использовать, этого Клаудмена надо. На Сефироте не будет. Мусормен. Правильно. Куда ты полез? Близнью. Зачем она тебе? Прыгай налево. Я помню, что там что-то. О, что-то было.
Идти тут у тебя. Что творится? Ну ладно, в кого-то же она должна попасть. Тебя это... Паба у мэна не бесконечные. Как так? Прицельном! Ах ты ж, не поверил. Допрыг. Я подумал, не допрыгнет. Ой-ой-ой. Ну, надо отсюда просто прыгать. Вах. Какой-то рампейдж ты устроил. Ага. А жизни-то нету. Вау. Вау. Ю. Вот она. Рук. Рук. А, вот, Rush. Вот Rush. Почему это гайд-то говорит, потому что в порядке букв у них гайд. Вот и все. Он остался упасть только хорошо. Повезло. Нифига ты профессионал. Птичек забивать. Собирает птичий помет. Зачем он прыгает? Ну, чтобы это, запутать. Ну почему сюда? Залезай к этому. Чанер, так вот, мы не поняли, зачем нам этот Мудокинс говорит, что нужно поджигать деревья. Ну, это там подсказка. Мы ни одного дерева не встречали, не говоря уж о поджигании. Не здесь. Да, подсказон на будущее. Юровни. А ты думал, не просто, да, это хрень такая. Чанард сегодня прям чпонькает от души. Ты ж сосун. Ты можешь там просто встать, упереться в стену и все нормально будет. Да, мне ж не надо.
Ну да не спортивно. Да. Тут все боссы так убивают. Ага. Ах ты ж подлец. Вообще изи какой-то игра есть. Желтый снег. Thunderbolt. Это может включить электрические механизмы. Ой, классик, мэн. Кто следующий мэн? Чанок мэн. Только не я. Мусор мэн теперь. Давайте заряжем Дэнди. Че ты не зарядил? Таракан. Ах ты жопа. Он даже слабенький заряд попадает. Сразу трайпл таракан убил. Наш зритель пришел и ушел. Написал мужики, возможно, даже мега. Оп, близко. Да, он есть еще. То есть... читайте мужика. Я то есть гамаю. Счетчик мужиков почему-то неправильно считается. Должно быть три тогда. Три мужика — это мы. Да, он там, я один только числился. Как она вообще работает, эта фигня? А вот. Ты можешь на ней прямо ехать. А я не упрусь там? Вроде нет. Борешься. А, ну да. Давай. Что это такое? Вот изыт. Реактивное движение вперед. А, ржет. Она тебя раздавить может. Ржет. Ну и сиди здесь. Ну, как мы без ржета-то? А где? Ну, уже включено. Думаешь? Вроде. А, вот он. Ой, да вот длинный хрен. Тут стоишь прямо на ней. Точно. Я помню. Только они, по-моему, плохо делают эти магнитики. Развод! Лохотрон! Развод по-бегаменски.
Бродолон. Такой фарминг какой-то. А чё это мегамен металлический-то, а? А из чего? А вот как туда-то залезть? Летать надо, на собаке. Надо. Поставь RG-то там, на летаешь него собаку, зайди, да, и потом подкат. Вернись, Чанет. Ньо. Сделай хитрый маневр, там буква, наверное. Ушел не та собака. Не. А чё? Подальше, ты, наверное. Слишком близко, ты не успеваешь подкат сделать. Он упарывается. Повыше поставь. О! Что тут... вот какой. Сейчас вернется в самое начало. Ты можешь на бомбы тратить. Они больше не нужны, наверное. Уходи. Там какой-то ворот какие-то. Сейчас здесь кто-то людей наваляет. Мы пришли не с той стороны, что ли? Да. Как это так? А как туда-то попасть было изначально? Может, что-то надо иметь. А это мы уже никогда не узнаем. Не, по-любому как-то можно открыть. Как он удивился-то. Ай! Летит. Вау! Мой ты первый мэн! Электричество мэн. Мне мало здоровья, чего я умру. Да. Чтобы ебанку не жрать. Экспу. Плохо умираешь. По-моему, чуть ее можно разбить. Что это за... Тут у каждого босса есть своя анимация, когда уязвимое оружие попадает. Видите, игра, блин, для маленьких девочек, а Дефас даже пройти не может. Я ж не маленькая девочка. Блин, действительно. Для роу-вуменов игра ведь. Для кого? Роу-вумен. Для мегаменов. The junk shield will protect the user with rotating spheres, right? Доктор, кто-то там. Right. Yes, but the spheres can only absorb so much damage before they are destroyed. Серый мэн. Грей кит. Next! Не хочу, там он один-один-один. Так, ой-ой-ой, тут столько разговоров, блин, а никто бы не читал разговоры. Джекпот по Мегамену сорвали мы, вон, видишь? Нам предлагают пройти восьмого мужика и начать проходить там скейтборд. What?
Видимо, очень сложно. О, Чанер, значит, маленькая девочка. Запишем. Восьмой Мегамен. Улыбашка. У нас после седьмого Мегамена, наверное. Кто? Я говорю, восьмой Мегамен, наверное, у нас после седьмого Мегамена. Ну сейчас, да пройдем его, и в принципе можно восьмой начать потом. Или нам сначала нужно пройти все эти Z, X, кто там они. Ну они после просто Мегамена. Как после? Они же выходили, они же выходили на SNES. Они только там 100 тысяч лет ведь. После Мегамена. И что, Мегамен? Мы вообще как? По времени, по датам идем или по сериям все? А я не знаю, мы, наверное, уже кучу всего на NES пропустили, да? Допустим, на PlayStation-то мы еще и про и поиграем, а вот дальше... На Game Gear были Мегамены, между прочим. Я вообще не идут. Я вообще против всех Мегаменов. Это же классик. Анти-Мегамен, блин. Я антивирус на Мегаменов. Да как так-то? По башке прилетело. Не было, вот смотри, вот я стою. Где? Вот здесь. Где тут башка? И где башка и где это? Посмотри, прямоугольник цепляет, все. Какой прямоугольник? Это же SNES. Зона поражения прямоугольник. Не может быть. Тут простой хит-детектор просто. Ну, по хронологии сначала классика вся, потом X все, потом Zero все, потом ZX все, потом Legend. Вот, нам объяснили, чё как. А Legend это что такое? Мегамен Legends, это, по-моему, которые эти Мегамены в 3D с исследованием мира, что ли. Потом еще Мегамен RPG, Мегамен Tetris, Мегамен Картинг, Мегамен Шахматы, да, или еще что там. Теннис. Мегамен Футбол был. Точно. Мегамен. А, ты оторвал ему пиписку, блин. Это я умею. Дерфазе отрыватель. Пиписька рвач. Ага. Ненавижу этот уровень. Ты можешь прыгнуть, а можешь пролететь на джете. Точно. Причем он, по-моему, рулить может. Он меня обманет и спрыгнет. Мегамен 7 вышел уже после X1 и 2. Да. Значит, причем X1 запороли. Очень даже так себе. Мне он понравился гораздо меньше, чем 7. А он вроде уже от стен умел отпрыгивать. В общем, был клевый мужик. Это ему Мегамен, не давал, да, плюс. Не то, что этот... Это у него, по-моему, подкова не было. Возьми собаку. И лети. Сейчас я тебя сосулькой какой-нибудь нагну. Вроде рулить можешь. Да етить! Ну, дядь Вить. Жри банку. Бомбы трать, электричество трать. Оно, нет, там, у нас... У тебя second chance. Дим. Р-собака. Месяц, мэн. Так! Как мы будем это... Сразу же на правую запрыгивай, оттуда туда. Или переключи на летающую собаку. Точно, нужно сюда прыгнуть, а потом от собаки туда. А потом? О, я знаю как. Сейчас. Давай. Не так. Уйди, собака. Так он сейчас сядет и на эту. Наверх. Да я деть! Ну ты не сломал конструндель. Во! Маляца. Буква С осталась. Буква С осталась. Фак. Подожди, мы неправильным уровнем не нашли букву, значит, на предыдущем уровне. Чанард, ты букву не собрал. Ну, от, видимо, эта буква там, от откуда мы должны прийти были снизу, через перешеек. А надо где-то стенку сломать. Видать. Должны были там оказаться. Может, там электричество где надо было что-то включить. Ты консоль-то не включил, поэтому вот. Чёрт! Ищем букву, пацаны! Правда, Щепич уже скоро уходит спать? Да. Я уже сплю. Тебе снится, как ты проходишь седьмого Мегамена вместе с нами. Да. Вау! Если б снилось, я бы прошел его. Да не. Так, там собака. Тебе даже во сне сложно. Попробуй научиться управлять вверх-вниз. Вот из это. Это R-Search. Вот этот он search. Копает клад. Ну давай. Тяка-тяка-тяка. Ну, давай быстрее. Если он да залает, подожди он... ты, господи. А. Ничего нет, чувак. О. Поменяй дислокацию собаки. А как определить, что надо копать? Да никак. Давай, просто почувствовать сердцем, что вот здесь, видимо,
Квад. Я не хочу вниз, там, там этот... Убей его. Как я его убью? Пузырем. Точно, надо взять Рокмена. Не тот. What? Он не хочет рокмениться. Бомбмен. Ой-ё. Рано! Поздно. Норм. Чё-то очень повезло мне сейчас. А мне кажется, это просто ты скилл набрал. Ну, болт можно было бы взять, конечно. Опасно там. Там враги. Бам! Папара-папам. Сказал нам зритель. Ну ладно, хоть не с конца, хоть с начала. Ня-а-а. Как сказал Дерфас на одном стриме, забу-забу-ба. What? Да, ты сказал забу-забу-ба один раз. Это было очень весело. Такого никогда не говорил. Забу-забу-ба? Я не знаю, что такое забу-бабу-ба. Забабу. Бумбермэни. Нет, Мегамэни сказал забу-забу-ба. Во. Тяп-тяп уже был. Так и до забу-забу-ба дойдем. Забабу-бабу. Ба. Да. Арбаба потом ты добавил еще. К этому манафакеру. Вот как? О, вот так оказывается. Ой-о, это что такое? О-о-о! Читерман. Хард... Хардкорный. Сзади него сосует, ебан. Это батя всех прошлых. Вроде такой же. Ну, просто они не стареют. И не дышат. Да. Взрывается. Ма. Банка. Мунвокер хренов. Мы нашли его, между прочим. Вот, почти уже. Забу-забу-ба. Там влево, если прыгнуть. Он вернулся. Не пойду я влево. Чтобы отомстить. Ой-ё. Саночники. Это батл тотсы. Прикольно, ты, конечно, орёт перед взрывом. Или плюсик. Чё это плюсик вообще? Держи. Какой плюсик? Твоё оружие. Ага. Чё там, Рокмана надо брать, что ли? Мусор. Я его даже не видел ещё ни разу. Что, сосулька, мэн? Между прочим, вох. На заднем фоне замерзший робот-динозавр. А почему я ходить не могу? Мы его уже много раз видели, этого робота-динозавра. Да? Да. Банку но... ешь! Не хочу. Сосульки тебя дали или раньше? Еще и чехон. Как так? Мы почти уже вырвались на второй этап. Да. Во второй тур! Мистер Фриз. Ти Фриз. Ну, ходунок же лучше, даже заряженный удар удерживает. Да проходи его насквозь, вот 3 часа его убивать. Он же тратит хп. Соберешь хп потом. А вдруг нет? Все, зритель ушел. Мы ему надоели. Правильно сделал. Да ладно, что такое неуважение к зрителям? А и к нашему труду. Че тут смотреть-то, тут ерунду какую-то проходим. Мегамен. Классика. Классика. Думаешь, он сильнее ударит его? Тебе явно фаермен нужен. Не трать ты же. Его же установить можно. Ох. Он тут всех нагибает, походу. Ну. Оружие нагибации. Это не то, что как в первых Магоменах там бывает, которые раз и улетели нафиг. А тут прям он держится. Тихо. Куда ж ты? А, нет, я думал там проход.
Все, прохода ищет. Проходимец. Еще один пиписко-отрыватель. Зачем тебе их заряжать? Не знаю. Ну, теряем. Отламывай. Придется лететь. Щепыч у нас показывает мастер. О, видишь скелет твой на заднем плане, а ты не видел. Где? Да вон. А, вот он, действительно. Как я его не заметил. Потом еще один будет. Да ладно. Взяли мы буквку, да? Знаю. Ну, мы три взяли. У нас рух. Он как на мусор мэне. Я вот не помню, как эти стены ломаются вообще. Ну как, тебе же сказали, огнем по дереву. Нет, огнем по дереву это не так. Чтобы увидеть невидимую лесенку. What? Ну там за листья. Спойлеры! Нам уже кто там мэн сказал уже об этом. Это не спойлеры. Ты порадовал его попаданием. А, вот дал. Значит как надо. Позволить себе попасть один раз и потом убить. Тогда будет жизнь. Ну, в благодарность. Вон еще один скелет был, видел? Где? Да вон слева. Так, чистой, налево сходи еще. Поздно. О, сейчас нам скелетов не показали. Так. Сейчас тебя нагнет. И будет пугнутый Мегамен. Отстань ты, штука. Ты тоже. Падер не прошел. Ух ты, почти динозавра вижу, пацаны. Методом Дерфуса. Осторожно. You are gonna die. Попрыгайся. Уклоняйся. Попрыгайся. Уклоняйся. Попрыгайся. Я хотел сесть. Покурить. Сесть бы, да, это хорошо. Вы умрите уже. Чё из него вывалилась какая-то чё мелочь? Чё у нас по банкам? Ешь. Только одна ещё не хватает. Подожди, тут ещё и лимит банок есть? 4 штучки только максимум. А раньше ж было бесконечно. 9. Раньше 9 было. Хорошо, что не 6. Что ж такое-то? Куда ты? Ешь банку. Точно? Вот сейчас саночки тебя. Это вдруг она поэтому е банка, потому что ешь банка. Зачем мне саночки? Смотри, здесь fucking shield. Мать моя. Мать моя. Что еще творится? Заранее. Пробили щит. Потом тотсы выиграли. Да. Вон, сейчас, смотри, вон там скелет еще один. Тут везде, по-моему. Надо было взять. Он еще один. Ну это ты мне уже показывал. Ну ты в прошлый раз не увидел, успел. Ну куда ты? Забирай. Бери собаку и взлетай. Над ними. Хлопай, собака. What? Ты что выбросил там? Ну там типа направление можно, да? Или нет? What? А, просто ложить их можно. Кладон! А как так? А это? Они бессмертные. Тоже нет? Как Дункан Маклауд. Оставь их в покое! Пусть собака поищет что-нибудь. Почему я вышел? Я должен был сначала собака, потом... А тебя со собаку сбили! Я тебя понял, я рассчитывал, что сначала собака упадет, а потом я. Мужик, собаку да, избивают. Роба. Роба избивают. Вы зачем тебе эти блямбы? Ну хочется щепочу, Дарфус. Очень хочется. Кушать. Мегамен хочет есть. Очень хочет.
Между прочим, во второй гонтлет так они поиграли никогда. Ну куда ты? Ровненько. Я рассчитывал, что он допрыгнет. Щепоч, ты на грани смерти? Мне главное дойти до босса. А там не важно все. А там мне банки порешают. Музыка прям из Соника, вот честное слово. Вот Соника, музыка вообще никакая. У них что, композитор сменился на этого Мегамена? Опять подерсовски прошел. А я не помню, кто здесь композитор. Как так? Позоришься опять. Я капкомовских плохо знаю. Обычно больше. Kill him! Kill him! Прыгаешь. Ага. Осторожно, бомбермены! Какие бомбермены? Батлтоцы. Бомбертоцы. Батлмены. Мэниакс. Первый раз он умер. Каждый следующий сильнее предыдущего. Босс. Там какой-то наверху инопланетный череп, он лежит. По сухом. Зеленый. Айсон. Сосулька, мэн. Ну куда ты прям в него идешь? Я хотел, а мне ноги заморозили. Прикольно. Совсем заморозили. Как его убить-то вообще без этого, не представляю. Да он не сложный на самом деле, ты привыкнешь. Я привык. Не успел понять, как, ну ладно. Недели попыток, и он твой. Он мне не нужен. Подарок. У тебя будет Блюмен. Вообще такого же, как исходный, что ли? Фриз, Кракер, Файер, Сайр, Буллетс, даже нет? Мистер Райт. А, да, есть такие, типа, шотган. Или нет, это в шестой части был шотган. Он же точно такой же, как изначальный. Он немножко голубоватее. Куда уже тебя больше? Голубее. Ну, и где сюжет? Там. Welcome home, Mega Man. Следующий Мэн Слэшмен. Только вот опять же Слэшмен, а огненного оружия у нас еще нет. Главное, у кого оно вообще, это огненное оружие? Ну, как мы, между прочим, букву-то соберем? А, там можно вращаться. Можно вращаться, да. What is this? А, музей открывал. Без билета прошел, наверное. По-любому. Вау, без выбора уровня. Интерлюдия, да? Музей. Чанок, тут у тебя интерлюдия. Меня? Музыка знакомая. Да, у тебя. А Щепоч все, что ли? Отказался играть? Да, я он пошел. Он прошел уже. А Щепоч играл, что ли? А, не знаю. Я прошел. Ледяного мэна. Щепоч уже всех мэнов прошел, по-моему. Круто. Вау. Саночник мэн. Скорпион мэн. Саночник. А-оу. Кто-то потерялся. Какой-то мэн убежал. Он там на заднем плане. Параон мэн. Степлер мэн. Оклин мэн. Зажигалка мэн. Степлер. Коробочка, мэн. Где остальные мэны? Почему они выбрали? Не добрались до музея. Почему они именно этих выбрали? Строитель мэн. Строитель мэн, надо бить слэш клэф, который у нас нет. А, он улетел. Может, по-моему, с ним с таким уже. А, так это да, он. Ой-ой.
Толстоман. Фатмен. Что-то в чарте боссов клоунмена вообще нет. Ты Фатмена ищи. Чанар, зачем ты его стандартным оружием бьешь? Еще и безуспешно к тому же. Бомба врежется, молния тоже, наверное, ничего не попалит. Собака его бей. Чего ж ему так голову-то плохо приклеили? Чанар, ты умираешь. А вот если пузырем кинуть в нее, когда она валяется, она улетит. Может и улетит. Next. Может ты. Если бомба. Как это next, подожди, what? Мегам овер. Ну я умер, типа того, у меня последняя жизнь была. Трегай. Как это пропустить? Нельзя пропустить, what? В общем, ладно, пошел я. Следующий. Давай тепать, пока. Флешмана вам проходить. Пока. Ладно, все. Один четыре ушел. Как это 1-4? Попекук, 1 плеер, 4 плеер. Все 4 плеера ушло. Нет, 1 и 4. А вот нас 2 и 3 он оставил, так уж и быть. Но он же был 3. Короче, я нажимаю F5. Ой-о. Модуль SNES is incompatible. Ты играешь, что ли? Угу. Играй. А ты спать? Без щепыча проходить нельзя? Да. Бум-бум-бум. Ты охраном не устреляешь. What? You must be kidding me. Все, хватит проходить уже. Ну, ладно, ладно, убедил. Я сохранил стояние. Как ты его сохранил? Ну, слэш квит и сохранил. Почему он не может сохранить без квита? Такой вот модуль. Хрена. Наверное, потому что это привозной модуль, а не родной. Вау. Ну. Что запускаем теперь? Или ты с патушки? Ты что, еще не расходишься, что ли? Ты же собирался писать там что-то. Ты прав. Валим. Валим. Доктор Вайли. Доктора. Доктор Вайли. Сос собак. Зачем мы начали проходить Мегамена? Ну ты сам наставил на нем. Я? Это вы тут сегодня орали вечно. Что Мегамен. Ты сейчас спрашивал у нас Мегамен, Мегамен, такие, ну мы, ну, наверное.
Так вот и решили. Ты просто озвучивал вариант, а мы с ним согласились. Другие варианты вас не загонишь никогда. Ну а что ты предложил бы нам? Гонки какие-нибудь. Колин Макрейн ралли ту по жизням. По чемпионатам. Например, эти, которые я тебе скидывал тогда на PlayStation. Кармагеддон. Как они там называются? Карен что-то там Presents. Шо? Карен Драйвер Presents. Между прочим, драйвер. Да. Это прикол. Главное, что драйвер. Ты нашел ту гонку, которую ты хотел нам скормить? Так это, наверное, она и была. Да? Карен Драйвер Presents Grand Tour Racing 98. Дайтон. Можно в аркадные гонки поиграть. Daytona USA. Сан-Франциско Rush, Daytona USA. По-моему, мы в Daytona уже играли. Мы играли в Outrun. По-моему, мы в Daytona играли. Или это были... По-моему, не было ни одной Daytona. Или это были не мы. Наверное... Джеймс с Майком играли, да? Да, нас с ними все легко перепутать. Ну, гонки, значит, гонки. Прямо сейчас. Потестить. Правда, что ли? Да, они не такие, хотя бы это, загубительные, если ты про мамешные гонки какие-нибудь. Нет, я не про мамешные. Да ё-моё. Мамешных я даже не знаю, каких тут это сейчас. Ну, Сан-Франциско Раш можно. И, конечно, трёхмерные. Daytona USA, аркадный. Как ты собираешься мамешных запускать? Эмулятором маме. Ага. И в Калеру заходить. Ага, размечтался. Они не заработают на 119-м. Чёрт. Пиши свап для новых маме. Трёхмерные эти игры вообще только там на 6-битных маме, по-моему, нормально более или менее ещё работают. 119-й, он 32-битный. Короче, всё очень плохо, да? Очень всё. Всё плохо, как обычно. Ну, это наш сорт. Ага. Всё, надо, наверное, пройти It Takes Two в коопе. А ты его купил? Да вот, смотрю на него, без фантыши это, конечно, повод не купить. Запускай ИП и ОП, короче. Ну, это уже квест. Это надо проходить. Я не в том сейчас состоянии. Я даже в Mega Man 7 не могу нормально играть. Вообще почти все за тебя прошел. Да. Угу. Ну я завалил этого. Этого. Ну того. Точно, нам же еще это, Лару Крофт. Пузыря Мэна. Лару Крофт проходить же еще. Лару Крофт? То, что ты еще почти код получил. Ты уверен? А что? Может, это уже Крэша? Крэша тоже можно, но... Щепоч не захотел Крэша? Чёрт. Почему-то. Вдвоём тогда Крэшу будем гонять. Щепоч и Сыкси шуганём. Будем крэшиться. Нам ещё там всякие, я не знаю, чё проходить-то. Всякие эти текмастакеры. Угу. Ещё было? Ниндзя Гайден. Почему Ниндзя Гайден-то? А ты вспомнил про Текмо? Я ж не про то. Вот Текмо вспомнил. Это один и тот ну же. Ну какой еще может быть Текмо? Потому что это разные Текмо. Текмо, Текмо. Да? The Текмо. Сейчас я проверю. Они новые, которые Текмо Куей. Tecmo Stakers. Сейчас посмотрим, кто его делал. Tecmo? Блин, что ж такое-то? Кто бы мог подумать? Вот и все, звезды сложились. Проходим Ниндзя Гайден.
А чё, я первый даже проходил, даже честно. Честно проходил? Да, псих. Без сейф-стейтов. Псих. Правда, последний уровень я дрочил 2 часа, но 2 часа, но всё-таки. Как-то маловато. А я знал хитрость, которую я подсмотрел, по-моему, хорошки, у Джеймса с Майком. Ну. Так что за хитрость? А, использовать прием вертушку. Там есть разные виды оружия, и одно из них, как бы, не оружие, а, так сказать, убийственный прыжок. То есть, прыжок заменяется на убивающуюся вертушку. Так, в общем, боссы не имеют окно неуязвимости, то есть, они этой вертушкой просто разрезаются в один удар. Вау. Главное попасть. Чтобы главный герой был больше в боссе. Тогда да, он уничтожается с одного попадания. Что-то я не помню такого. Где я тогда это мог видеть? Не знаю. Сам придумал. А, нет, я кажется. Не, по-моему, я у Джеймса с Майком смотрел это. Или какой-то был. Точно. Как она? Конференция была создателей Ninja Gaiden. Там вопрос как раз поднимался. Знали вы, что можно вот так вот пройти вашу игру? Что они ответили? Без понятия. Ну, похоже, ну, баг прикольный. Ну что ж, получается, расходимся. Ну, Ninja Gaiden ты не хочешь сегодня начать проходить. Какой Ninja Gaiden сегодня? Ну ладно, на следующую неделю. Меня хватило Мегамена тут. На все эти. На всю неделю. Ну, ты пострадал за наши грехи. Да какие ваши грехи-то? Ну, это я уже не знаю. За патолтоцев, уже... что ли? И за драйвер. Драйвер-то ладно. Ну, Щепыч был не в восторг от драйвера. Это а я был не в восторг от батлтоц. Оба были не в восторге от батлтоц. О, я... you got early access на Патреоне. Надо смотреть, что там новое пришло. Господи, ты еще и патреонишь кого-то. Скатился. Так. Блин, логин потерял. Ничего, я ему сейчас найду. Найду. Запускай клану. Здорово, новый видосик. Кого запускать, Рич? Клану запускай, говорю. Больной ублюдок, я тебя обожаю. Или Поки и Рокки, или Той Джейм и Эрл. Столько всякого на выбор, а я сплю. Давай, начинай высыпаться уже. Ёпперный мой шпур. Ладно я, но я почему-то очень стал плохо просыпаться, а не засыпать. В смысле просыпаться? Ну, неважно, во сколько я ложусь спать, я просыпаюсь по 8 утра и больше не могу заснуть. Ты уже сказал, что плохо стало просыпаться. То есть, в смысле, что, что слишком рано, что ли? Слишком хорошо просыпаться стало, я про это. Просыпаться. Ну, это же хорошо. Это баг. Это баг. Баг-баг. Ты ляг в 5 утра, я посмотрю на тебя. Ну вот, вчера лег в 3:30 утра. Оу, ты учишься у меня. Да, я что-то засиделся. Зря. Докатишься надо менять моду. Докатишься до моего состояния. Какое у тебя состояние? Ложиться в 5 утра, вставать в 8. Ну, вроде пока еще живой. Значит, может, оно того и стоило. Надолго ли?
Ты на всякий случай сделай нам бэкапы на случай потери телесной оболочки. Бэкапы кого? Всего. Всего. Пароли, входные данные все. 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 От кого? От Дискорда. Дискорда? От Твича, от Ютуба. Твича, от Ютуба. Зачем вам все это? Чтобы продолжить твое дело без тебя. Ну, себя можешь проделать, проделать, продолжить дело, проделать. Ну так, ссылки поменяются, это уже не те будут. Это уже будет какой-то этот наглый клон. А нам нужно твое тело. Наследие. Да. Вон, можно начать проходить The Legend of Dragon по дискам. Почему по дискам? Причем отдельно друг от друга, да? Ага. Мне что-то в последнее время какая-то ностальгия поперла по этой игре. Ну да. Не, ну мы ж вон тогда давно-давно на этом, на СВ проходили совместно. Люнар первый. Это, видимо, очень давно было, когда СФ был торт. Ты не видел, что ли, эту тему? Нет. Ты посмотри, сейчас я найду тебе ее. Не, может, не надо? Надо. Черт, ладно. Надо. Федя. Было весело. Если б не этот случай, я Люнар так никогда бы и не прошел до сих пор. Люнар. Значит, гоняем JRPG-хи теперь. Сильвер Стар, да, ну, по-моему. Так, а я буду делать себе записи геймплея для обзоров за счет наших посиделок. Тоже полезно. Нашел я эту тему, где тут у нас стрим-чат, поразводили тут, понимаешь, каналов, найти ничего уже. Нифига себе, ретро 2007. Ретро. Как у тебя быстро браузер работает, ты только что ссылку кинул, он уже зашел. Мне кажется, ты сам нашел ссылку. Нет, браузер. Браузер. Ну это же SSD. От Intel, между прочим. Какой был дерб в 2007 году? Странный. А сейчас? Портый. Вот. Вечно сохраняется, забываешь, говоришь. Говоришь. И пробел перед вопрос знаком ставишь. Цик-цик-цик. Вот это да, вот это босс. Черный дракон, 25 тысяч экспы. Без лекарей в команде Алекс. Один на последнем хп завалил. Блин, я драйва чуть не заорал. Вот какие были JRPG раньше. Сейчас все приторное, скучное. А Дерфас сегодня с трудом завалил гриб в пещере испытательной. Кто на каком уровне его валил? У Дерфаса будет, да, 15-й уровень с третьей попытки, и то повезло. Еще один раз парализовал Алешу. Алекса Раша, между прочим. Ага. Сложился пазл-таки. Ты все это время проходил Щепоча. Щепоч проходил. А потом он пришел, отомстил с гигантским трататором по тактиксу. Ага. Тоже, что ли, Лунар погонять? Мне столько раз, можно сказать, наезжали, что я не могу называться жирпгшником, пока не пройду Лунар. Я только первый прошел. Ну ты не жирпгшник. Страсть. Ты
ФФ-14-щик. Эх. Короче, думаю, надо возражать традицию прохождения жерпыгух. Как ты это вот таким вот микаром. Как? Только надо очень много времени на это выделять. Желательно по 6 часов в день. В 6 начинать и вот так же по полуночи заканчивать. В 12 начинать и в 6 утра заканчивать. Да, вот так как-то, да? Ну, это твой стиль. Упор от ТВ-дерфаса современного. А нам нужен все-таки... Опа, дерфас стайл, да? Странный дерфас нам нужен. Странный дерфас. Он, наверное, где-то еще в глубине остался там. Теплица. Ну, не знаю. Чё сидим с тобой мы? Могли бы уже и боб пройти. И боб? Бобиб. Да не, надо расходиться. Тебе ещё спать сегодня? Ну, теперь по-любому. Да, всё сломалось, блин. Мегамен поломал Дерфаса. А я просто сломанный с своими обзорами дурацкими. Хотя бы Мегамен, что-то там прошли, и то хорошо. Четыре мужика завалили, между прочим. Скольки? Одну букву потеряли. Из 40? А что за буквы дадут-то хоть? Давай погуглю. А без гугла никуда? Я запоминаю, потому что я такие вещи запоминаю, я их стираю сразу. Нет, Мегамен 7 надо написать. Ой. Как по-английски буквы-то? А, летом. Как по-английски буквы? Оказывается, это... Circuit Plates мы собирали. Фига. Это не просто буквы. Ой-ё! Для нахождения буквы S, которую мы пропустили, нужен... Фриз-кракер. Так у нас он есть. И нам нужно заморозить лаву на уровне и пройти через нее. И там будет секретулька. Вот оно как, значит. И получаем мы за это супер-адапт, который позволяет Мегамену и Рашу комбинироваться, получая... То же самое, что было в шестом Мегамене, короче. Айрон Мэном становиться, что ли? Который этот. Да, Айрон Мэн, пихающий кулаком и который летал. Записывай, значит, пойдешь букву собирать в следующий раз. Да ё-моё! Ты ж первый Мегамен. Первый по Мегаменам? Да ё-моё. У меня Мегамен вообще никакой. Да нормально, хорошо. От тебя очень много звуков, поэтому ты делаешь стримы как-то ярче. Ну что мы там вообще, почему бы сидели бы спокойно проходили? Что это, кому надо вообще? Тут такие вопли. Вот что нам делать с нерабочими днями с 1 по 10? Компьютер собирать новый. Будем их оприходовать на наши нужды или... Других дел полно. Я же говорю, компьютер собирать новый. Нет, я правда наши нужды, которые стримовские. А что там у нас получается? Где у меня календарь? Календарь, ты где? Вот ты где. Календарь, я выбираю тебя! А может я вообще работать буду, кто их знает? А может я тоже буду работать, кто их знает? Скажут, что там какой-то Путин нафигачил? Да, кто какие... это вообще? Что он там сказал? Кому это сдалось? Он вообще это не по мастик ляжет, стелит. Ой, с 30-го, понимаешь, стрим. И 7-го стрим, по-любому, да? По-любому прям? А как, не по-любому? 7-го, наверное, уже нет, потому что я Страсти. Выйду в поле. Русская. Чистое поле с очень плохим интернетом. Я, конечно, попробую. Подожди, а как ты собирался
Тогда из этого поля пошел, Паша, идти собрался. Как первое, второе, третье, четвертое у меня могут быть свободны. Каждый день, да. Как ну, раз, первое, второе, точно, как раз четвертое, всего Мегамена подряд, да? Чем вообще зависит от погоды. Чем она раньше прояснится, чем, тем раньше я свалю в мир эх, без интернетов. Эх ты. Буду сидеть с ноутбука по Wi-Fi от сим-карты. И я не думаю, что это будет очень хороший интернет для наших посиделок. Вероятно. Может быть, я поднимусь на второй этаж, и там будет хорошо. Ну, в общем, посмотрим там, ближе к делу. Чем мы там можно, сможем выделить какие мегамены? Давай, выделяйся. Или бандикуты. На самом деле, бандикуты надо проходить, потому что... Потому что, чтобы проходить нового бандикута, мне нужно перепройти старых бандикутов. Аж а зачем пере? Перепроходить старых бандикутов я один никогда не соберусь, наверное. Скачай прохождение с локплей и залей себе. Чего? Скачай прохождение бандикута и выдай его за свое. Так не работает. Черт. Первый же еще адский сложный, адский кривой, насколько я помню. По видосам. Первый-то он такой. Бежишь, блин, хардкор. В камеру, не понимая, насколько он глубоко. То надо 3D-режим ставить, с 3D-очками его проходить. Хардкор там, да. Контра. Ну и да, и конечно ты вспомнил про Текмо, надо не Зигалина начать. Хотя да бы первого. Да, нет. Вот Гайдена я вообще не выдержу. Пострадаем немножечко. Он всяко сложнее, чем Бандикут. Это что? И, наверное, всяко сложнее, чем Мегамен. Учитывая, как он отбрасывает, блин, на целый уровень назад. А третий вообще с ограниченным количеством контов. Ну, он самый легкий. Все. Все? Сходимся. Расходимся. По собакам. Пока.